Дэвидж Малан, хорошо. Это CS50. И это четвертая неделя. И если вы вспомните, что уже несколько недель назад на нулевой неделе мы начали говорить о том, что такое изображение. И мы говорили о представлении изображения в виде этой сетки пикселей. И у каждого пикселя есть некоторый набор битов, который определяет его цвет. Что же, сегодня мы более глубоко рассмотрим, как такие вещи, как изображение и многое другое, на самом деле реализуются с использованием только этих нулей и единиц. И как теперь, как программист, вы можете на самом деле... Используйте это к лучшему или к худшему, чтобы лучше понимать и лучше манипулировать тем, что происходит внутри памяти компьютера, используя такой язык, как Си. На самом деле даже эта миска стрессорных шаров, которые у нас постоянно случаются, конечно, всего лишь фотография. Но если вы вспомните нулевую неделю, если вы как бы улучшите, улучшите, улучшите это изображение, как это делают в фильмах. На самом деле это получится не так, как вы думаете из Голливуда. По мере того, как я буду увеличивать и увеличивать и увеличивать изображение на таком экране, как этот, вы увидите, что да, оно становится больше. Но если оно становится слишком большим, что вы начинаете замечать? Так называемую пикселизацию. И действительно, вы можете видеть отдельные точки. Так что в следующий раз, когда вы будете смотреть какое-нибудь шоу или фильм по телевизору, в котором есть такое понятие улучшения, на самом деле там есть конечный предел. Вы можете улучшить его только до тех пор, пока там действительно есть информация. Но как только вы увеличите масштаб до определенного уровня, вот так, это все, что там есть. Вы не увидите блеск подозреваемого в какой-нибудь криминальной драме в его глазах только потому, что вы улучшили изображение. На самом деле там содержится лишь ограниченное количество информации. Но сегодня мы также увидим, что понимая, что происходит внутри памяти компьютера, мы можем начать представлять и даже создавать и кодировать более интересные вещи. Вот, например, растровое изображение, если хотите, это художественный термин. Растровое изображение ⁇ это один из видов изображения. И это карта битов в том смысле, что у вас есть эта система координат сверху, снизу, слева, справа, по крайней мере, в представлении этого художника здесь. И предположим, что, возможно, мы все, как мир, решим, что единица должна представлять белый цвет, а ноль черный. Какой на самом деле может быть эта карта битов? Это растровое изображение. Вы можете видеть сквозь нее. Да. Дэвидж, Малан, это действительно смайлик. Такой удивительный глаз. Если я на самом деле сделаю все смайлики белыми, просто чтобы визуализировать это, вы действительно увидите, что это то, что там было встроено. Но, конечно, на наших компьютерных мониторах и телефонах у нас есть эта сетка квадратов, эта сетка пикселей. Так что, действительно, если бы вы действительно увидели на своем экране смайлик, при этом черно-белый, то, вероятно, под капотом происходит просто какой-то узор из нулей и единиц. И, возможно, отдельных битов, один бит цвета, если хотите, где один здесь представляет белый я, а ноль означает черное. Так что, если если вам нравится эта вещь, оказывается, вы можете делать довольно красивые, довольно интересные, довольно артистичные вещи. Если вы на досуге зайдете по этому URL-адресу CD50, лай, Артон фактически перенаправит вас на электронную таблицу Google, которую мы сделали заранее. И мы как бы уменьшили строки и столбцы, чтобы они напоминали сетку пикселей. Крошечных квадратиков, все из которых по умолчанию белые, в отличие от этого мольберта, над которым у нас работает пара добровольцев. На самом деле не хотели бы вы, ребята, выйти вперед на минутку и быстро поздороваться, прежде чем мы вернемся к вам. Здравствуйте. Меня зовут зовут Дэниел. Я из Чикаго. Дэвидж, Малан, добро пожаловать в Дэниел. И Адам, Всем привет, я Адам. Я, если не дада и табага. Дэвидж, Малан, приятно. Что же, добро пожаловать вам обоим. Спасибо вам. Вы увидите, что у них в руках на самом деле целая куча пикселей, стикеров, которые мы им заранее вручили. Так что если вы не возражаете, мы вернемся к вам через пару минут и посмотрим, что они создали, если хотите на этой сетке белой бумаги, очень похожей на то. Что вы могли бы создать в этой электронной таблице Google? На самом деле не стесняйтесь присылать нам свои творения, если вы этого пожелаете по URL-адресу, который вы получите по адресу CS50. Лай-арт. Теперь давайте вернемся к нулевой неделе, где мы определим некоторые строительные блоки для изображений. Мы говорили о рак который представляет собой просто красный, зеленый, синий. И это всего лишь одна из систем, популярная система, с помощью которой вы можете представить любой цвет радуги, используя некоторую комбинацию красного, зеленого и синего. И если кто-то из вас склонен к искусству или использовал Photoshop или аналогичные программы, у вас, как правило, могут быть какие-то средства выбора цвета с помощью некоторой сетки, подобной этой. Но здесь внизу обратите внимание, что есть явные упоминания о типах используемых цветовых систем. Ракп. И на самом деле здесь вы видите 0, 0, 0. А здесь вверху под новым вы видите черный цвет. И это означает, что если у вас нет ни красного, ни зеленого, ни синего, то это действительно будет означать условно черный цвет. Напротив, если мы поиграем с Photoshop или любой подобной программой. Если у вас много красного, много зеленого и много синего, например, 255, 255, 255. Действительно увеличьте его до максимального значения. Вы можете представлять с помощью 8 бит в неделю 0, ну тогда получается, что здесь вы получаете белый цвет. И мы можем играть с этими числами бесконечно. Например, если мы используем 255 оттенков красного, но 0 зеленого и 0 синего. Неудивительно, что квадрат в верхней части экрана, конечно же, становится полностью красным, потому что он весь красный и ни зеленого, ни синего. Если мы вместо этого изменим его на 255 для зеленого, но на 0 для красного и синего, то, конечно, получим зеленый цвет. И, наконец, если мы увеличим синий цвет, но оставим красный и зеленый равными нулю, мы, конечно, получим синий. Но все это время здесь внизу выделено то, что, возможно, некоторые из вас видели раньше, например, какая-то комбинация цифр и букв. Если кто-либо из вас создавал личные веб-страницы или использовал такие программы, как Photoshop, вы могли использовать эти так называемые цветовые коды. Действительно, в мире существует такое соглашение, согласно которому использую 6 цифр, иногда и 3. Вы можете немного более кратко представить некоторое количество красного, зеленого, синего. И вы увидите здесь, возможно, путем умозаключения, что если рак правен 0, 0, 255 соответственно, возможно, мы имеем в виду, что 0, 0, 0, 0F это просто альтернативный способ выражения точно такой же идеи. Ни красного, ни зеленого и много синего. Но почему это так? И на самом деле мы пройдем полный круг здесь, чтобы представить то, что мы могли бы сделать на нулевой неделе, но тогда это на самом деле не решит проблему. Но сегодня, когда мы больше фокусируемся на образах и на самой памяти, оказывается, что понимание этих паттернов довольно полезно. Поэтому еще на нулевой неделе мы говорили, конечно же, о двоичном коде. А двоичное число, подразумевающее 2, дает вам только две цифры, 0 и единицу. Мы с вами, как люди, почти всегда используем десятичную систему в обычном разговоре десятичное число означает 10. Поэтому вместо этого у нас от 0 до 9. Если такой человек, как мы, хочется считать до 10 или 11 или 12, у нас нет цифры как таковой для 10, 11 и 12. Мы начинаем использовать цифры повторно. Так что это 1, 0, 1, 1, 1, 2 и так далее. Но в других системах, не двоичных, не десятичных, а системах, называемых 16 шестнадцатеричными, 16 -ричными, подразумевающими 16, на самом деле цифр больше, чем этих. Что может вызвать удивление? Это не пары цифр, как в десятичной системе, а однозначные цифры. И, честно говоря, на самом деле не имеет значения, что это за цифры. Потому что, в конце концов, это всего лишь символы, которые у нас с вами сразу же ассоциируются с каким-то математическим Понятием, а просто штрихи на экране, которые представляют собой некоторые. Представляют собой некоторое фактическое значение. Получается, что по соглашению, когда вам нужно больше 9-10 цифр от 0 до 9, вы начинаете использовать буквы английского алфавита ABC и вы можете представлять их в нижнем регистре. Это без учета регистра. Так что на самом деле это не имеет значения. Вы можете увидеть это в верхнем или нижнем регистре. Но вот как вы можете считать дальше 9, не используя десятичную дробь, а действительно используя то, что называется 16-ричный. Если вдаваться в технические подробности, это также известно как основание 16. И это та же идея, что и нулевая неделя, где вместо того, чтобы использовать основание 2 для двоичной системы счисления, основание 10 для десятичной, вы используете 16 в качестве основы для 16-ричной системы счисления. И поэтому, если мы рассмотрим несколько простых примеров здесь в мире 16-ричных чисел, ваши столбцы будут просто степенями 16. От 16 до 0, от 16 до 1, от 16 до 2 и так далее. Но в мире 16-ричных чисел мы обычно, по крайней мере, до сих пор, и сегодня мы увидим только пары цифр, подобных этой. Вот, например, столбец 1 и столбец 16, если если мы это умножим. Так что если бы вы хотели представить число, которое мы с вами знаем в реальном мире как 0 в 16 формате, это было бы просто 0,0. Если вы хотите представить число 1, это было бы 0,1. И оттуда мы получаем 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Теперь все становится потенциально интересным. В десятичной системе счисления это очевидно равно 10. Но в 16 системе счисления это просто становится 0 A, затем нулем B, то есть, если я перемотаю назад, после 9 будет 16-ричное число. Если я произнесу его в десятичной системе счисления, вот как вы представите 10. Вот как вы представляли бы 11, 12, 13, 14. И, наконец, в 16-ричном формате, 16-ричном формате 16, формате 16 значение равно f, которое просто всегда будет представлять 15. Так где же? Как нам связать это с некоторыми из прошлых математических расчетов? Хорошо, как только вы дойдете до нуля f в 16-ричном формате, если f это максимальное значение, которое вы можете посчитать, точно так же, как в десятичном. 9 это это максимальное значение, которое вы можете посчитать, что будет дальше. Если я утверждаю, что это 15, то как мне представить 16 в 16-ричном формате, с помощью какого набора символов? Какой набор символов для 16-ричного числа? Да, 1-0. Дэвидж, Малан, и так 1-0, а не 10. Хотя вы могли бы прочитать это именно так, как обычный человек. Но 1-0. Потому что почему? Хорошо, даже если это для вас совершенно ново, вся система столбцов, места, интуитивно точно такие же. Так что вам нужна единица на 16-м месте и 0 на месте единиц. И мы не будем считать до 255, но мы считаем, если мы посчитаем немного выше, это будет 1-0, он же 16 в десятичной системе счисления. Это будет 1 1, он же 17 в десятичной системе счисления, а затем 18, 19, 20 и так далее, точка, 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 дот. И мы можем считать до f. Потому что если f – самая большая цифра в 16-ричном формате, то f действительно настолько высока, насколько мы можем сосчитать. И если каждая f представляет 15, давайте просто посчитаем, как на нулевой неделе. Таким образом, 16 раз f плюс 1 раз f. Это то, как все мы учимся считать в начальной школе, хотя и не в 16-ричном формате. Это, конечно, 16 раз по 15 плюс 1 раз по 15. Умножьте это, получится 240 плюс 15. И, следовательно, вы можете считать до 255, используя две 16-ричные цифры. Это не та вещь, где это будет интересным упражнением для умственного преобразования в вашей голове. Как правило, вы привыкнете к тому факту, что после 9 идет А а самая большая цифра F. И вы просто начнете видеть подобные шаблоны в мире Photoshop на веб-страницах через несколько недель далее. Но почему 16 речная система полезна? Почему мы усложняем мир и добавляем поверх десятичных дробей что-то еще? Ну вот и получается, что одна десятичная цифра, например F, самая большая, равна 15. И здесь позвольте мне просто предложить немного мысленной математики. Сколько бит вам нужно, чтобы представить число 15 в двоичном виде? Если у вас есть единицы, двойки, четыре и так далее, сколько всего бит? 5. Дэвидж, Малан, так что меньше пяти, я думаю, можно считать до 15. Но близко к этому. Кто-нибудь еще? Я вижу руку. Да, 4. Дэвидж, Малан, так что 4 бит, я думаю, достаточно. Потому что если вы хотите считать до f, то есть до 15, я думаю, если у вас есть 4 бита, вы можете это сделать. Потому что если вот это место с нулевой недели для двоичных чисел, то это место для двоек, это место для четверок, это место для восьмерок. Быстро посчитайте. Таким образом, 8 плюс 4 равно 12, плюс 2 равно 14, плюс 1 равно 15. Таким образом, получается, что для удобства 16-ричные цифры можно просто последовательно представлять четырьмя битами или меньше. Но четырьмя, а 4, конечно это половина от 8. А 8 это везде как 8 бит это байт. Что опять же просто условность, которую мы видели. И поэтому причина, по которой вы видите 16 ричную систему в мире Photoshop и в конечном счете на веб-страницах, заключается в том, что на самом деле она просто очень хорошо подходит для более краткого выражения двоичных чисел с фиксированным количеством цифр. Так, например, каждый раз, когда вы видите 11 миллионов 11 111 11 тысяч 111 в мире в двоичном виде, знаете что. Это немного утомительно как говорить, так и писать. Вы можете более кратко представить любую группу из 4 бит 1 более кратко в 16-ричном формате, как просто f. Таким образом, 11, 11, 11, 11 в двоичном формате более кратко и чаще всего в мире Photoshop памяти, изображений и тому подобного представляется более кратко как f. И именно поэтому, потому что он просто очень хорошо сопоставляется с 4 битами. И поэтому мы можем быть немного более краткими. Итак, есть ли какие-нибудь вопросы по 16-ричной системе счисления, которая является просто еще одним способом представления информации, но использует тот же подход начальной школы? Да. Итак, Дэвид Ш, Малан, хороший вопрос. Если вы представите 15 с помощью F, то будет использовано 4 бита. Так что базовые системы на самом деле это просто способ для нас, людей, представить информацию на бумаге или на экране. Если f представляет десятичное число 15, компьютер под капотом должен использовать для его представления 4 бита. Поэтому одна 16 речная цифра по соглашению всегда подразумевает 4 бита под капотом. Поэтому если у вас есть две 16 речные цифры, например 00, это означает 8 нулевых бит под капотом, как для красного или для зеленого. Если вы видите f, теперь мы знаем, что это 4 бита с единицей и еще 4 бита с единицей. И если мы посчитаем, то получим 255. Вот почему Photoshop 00f. Ф зеленого и двести пятьдесят пять синего. И это просто намного лаконичнее, чем писать что 8 плюс 8 плюс 8 24 нуля и единицы. И это просто чище, чем даже использование десятичной дроби, когда вы используете единицы измерения по 8, которые, опять же, компьютеры просто используют повсюду. Так что это просто другая система. Это не та система, на которой вам нужно сильно зацикливаться. Но опять же, она принципиально ничем не отличается от двоичной или десятичной системы счисления. Мы просто используем немного иную базу. Теперь все в порядке. Что же у нас здесь был чистый холст? И я думаю, возможно, вы двое готовы показать миру то, что вы создали, не хотите ли вы пойти дальше? Я поверну это для вас. Хорошо, поехали. Большое открытие. И сегодняшняя пиксельная графика. Аплодисменты, если сможем. Очень красиво сделано. Что же спасибо вам обоим? Если вы хотите подняться после, оторвать это и принести домой, пожалуйста, и сохраните заметки. Что же спасибо нашим волонтерам там? Давайте теперь переведем это в действительно более технический мир, где мы будем видеть и рассматривать это чаще. Потому что на самом деле иногда, когда за последние несколько недель у вас появлялись сообщения об ошибках от компилятора Клен, вы могли даже видеть доказательства 16 -ричности. Мы этого не называли. В то время это было бесполезно знать. Но оказалось, что во многих программах и во многих кодах используется 16 число по тем причинам, что оно будет более точное, более сжатое представление. Так, например, где еще мы можем это увидеть? Ну вот та картинка, которую мы постоянно извлекаем из памяти нашего компьютера. И каждый из этих квадратов в этой сетке представляет собой байт, примерно сверху слева направо в памяти компьютера. Но опять же это просто изображение художника. Несколько недель назад я утверждал, что каждый из этих байтов, конечно, может быть пронумерован. Вот так. Байт 0 слева вверху, затем байт 1, затем байт 2, затем байт 2 миллиарда, если у вас 2 гигабайта памяти. И поэтому мы могли бы просто пронумеровать их так, от 0 до 15 и выше. 16, 17, 18 и так далее. Но по причинам, изложенным ранее, в компьютерных системах и в программном обеспечении. Чаще всего используется 16 речное число только для описания расположения адресов объектов в памяти. Поэтому вместо этого типичный программист или специалист по информатике назвал бы эти первые 16 байт от 0 до F просто потому что. Но это потому, что это предсказуемое количество бит. Так что если если мы продолжим идти дальше, вы получите не 10, не 11, не 12, а в 16 речном формате. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2 и так далее вплоть до единицы F. А если бы я уменьшил это или имел, на мониторе большего размера мы бы увидели в конечном итоге 255 байт позже, чем в начале 255. Но здесь есть потенциальная проблема с использованием 16 системы таким образом. Здесь есть двусмысленность. Кто-нибудь может себе представить, что может пойти не так, если мы будем использовать 16-ти шестнадцатеричную систему для простого описания местоположений в памяти подобным образом. Да. 1, 0 также может быть равен 10. Дэвидш, Малан, да? 1, 0 также может быть равен 10. И, может быть, если вы действительно будете внимательны, хорошо, подождите минутку. Это не может быть 10, потому что вот здесь F. Так что это явно не десятичная дробь. Но зачем создавать потенциальную путаницу, особенно когда вы сотрудничаете, строите что-то с кем-то? Мы хотим избежать этой двусмысленности. И поэтому соглашение, которое люди приняли много лет назад, заключается в том, что если вы хотите прояснить, что число записано в 16-ичном формате просто по соглашению вы префиксируете все цифры 0 x крестик это не другой символ это не 17 символ это просто человеческая условность ставить 0 на чтобы подразумевать что здесь идет 16-ичное число и теперь это недвусмысленно так что теперь мы видим что 0 на 10 явно не равно 10 как мы его знаем в десятичной системе счисления а скорее это число которое идет после одной буквы f так что на самом деле это число в десятичной системе счисления 16. Так что 0x каждый раз, когда вы его видите, это просто визуальный сигнал о том, что то, что впереди на самом деле 16 ричное. Так что давайте теперь начнем играть с этой информацией. Вот супер простая строка кода с первой недели, где я просто объявляю переменную n и определяю ее как значение 50. И это вырвано из контекста. Нам, вероятно, нужна основная функция и все такое. Но давайте просто вернемся к первой неделе, когда мы действительно видели подобный код и сделаем что-нибудь полезное с такой строкой кода. Так что позвольте мне перейти к Versus Code. И в Versus Code я создам программу под названием «Как насчет адресов», поскольку цель этого. Цель здесь состоит в том, чтобы просто поиграть в конечном счете с переменной типа n. И позвольте мне продолжить и сделать это. Я включу «Как насчет стандартного ввода-вывода». Я сделаю все, что в моих силах. Так что пока никаких аргументов в командной строке. Int n получает 50. А теперь, чтобы мы могли сделать с ним что-то умеренно полезное, давайте просто воспользуемся print и выведем si, а затем новую строку, каким бы ни было значение n. Так что это не будет интересно само по себе. Это всего лишь материал первой недели, в котором я определяю переменную и выводю ее на экран. Так что позвольте мне спуститься в окно моего терминала и ввести адреса. Никаких ошибок. Так что это хорошо. Я сделаю адреса с косой чертой. И конечно же я должен увидеть здесь цифру 50. А теперь что происходит под капотом? Давайте переведем код на то, что действительно происходит под капотом компьютера. Так что если это наша сетка памяти, я не обязательно знаю, как программист, и мне определенно все равно, как программисту, где именно она оказывается в памяти. В этом весь смысл использования кода. Позвольте компьютеру разобраться в этом. Но, по крайней мере, концептуально я знаю, что объявив такую строку кода, число 50 окажется где-то в памяти компьютера. И ему присвоено имя N, символ N, с помощью которого я, программист, могу ссылаться на него. И я очень сознательно использовал 4 из этих квадратов по какой причине. В чем может быть причина использования именно четырех квадратов? Да, да, и так целое число равно четырем байтам. По крайней мере в большинстве случаев в современных системах целое число равно четырем байтам. На более старом компьютере он мог бы использовать только один байт. Или может быть даже два байта. Но здесь по соглашению мы почти всегда увидим 4 байта. Я не знаю, закончится ли это здесь. Это может закончиться вот здесь. Но сейчас кого это волнует? Я просто знаю, что компьютер может хранить информацию таким образом под капотом. Итак, давайте теперь представим еще одну функцию языка C, которую нам пока не Использовать, которая позволит нам начать копаться в памяти компьютера. К лучшему это или к худшему. И это одна из тех ситуаций, когда вы вот-вот научитесь приобретете навык, силу, которая действительно может вернуться, чтобы укусить вас. Потому что как только вы узнаете, как начать копаться в памяти компьютера, вы сможете делать очень мощные вещи. И на следующей неделе мы посмотрим, что вы можете встроить в память компьютера. Но вы также можете довольно легко облажаться и вызвать еще больше ошибок сегментации, от которых некоторые из вас уже пострадали. Итак, с учетом сказанного, давайте просто оговоримся, что знаете что. Меня не обязательно волнует где находится 50-е число в памяти. Но я знаю, что оно существует по какому-то адресу в памяти. И просто чтобы мне было легко произнести адрес, давайте просто предположим, что оно находится по адресу 0 на 123. Так что это адрес в памяти в 16-ричном формате по соглашению. И так уж получилось, что он заканчивается именно там, когда я пишу эту строку кода. Но оказывается, в языке C есть и другие операторы, которые мы можем использовать. Когда мы уже видели звездочку раньше звездочку, и мы использовали ее для умножения. Но сегодня мы собираемся использовать ее для чего-то более мощного. И мы также собираемся вести амперсант, который позволяет нам тоже кое-что делать. Оператор Амперсанда позволит нам получить адрес фрагмента данных в памяти, например, буквально поставив амперсант перед именем переменной, C сообщит нам, скажет вам, по какому адресу находится эта переменная. Может быть это 0 на 123, а может быть 0 на 456. Кто знает, но это даст вам ответ. Звезда поступает наоборот. Это как бы означает, идите туда. Поэтому, используя звезду, иначе известную как оператор удаления ссылок, я действительно могу перейти по определенному адресу, если захочу. И мы посмотрим, что это означает в коде. Так как же я могу использовать это каким-нибудь слегка интересным способом, чтобы начать копаться в этом. Но в конце концов мы будем использовать этот примитив для создания более интересных вещей. Так что позвольте мне вернуться к тому, чтобы сказать versus code здесь. И позвольте мне продолжить и сделать это. Я очищу свой терминал, чтобы начать все сначала. И я веду другой код формата для print в p. А пока просто примите на веру, что это процентов p, потому что. Но p позволит мне напечатать адрес переменной, если я дополнительно скажу c, получите адрес n. Поэтому я меняю i на процент p. И это просто то, что вам нужно сделать при печати адресов на данный момент. Но мне нужно изменить знак перед именем переменной. Поэтому я не печатаю n число 50. Я печатаю что-то вроде 0 на 123. И это будет не так просто. Однако мы увидим на экране, где она на самом деле оказалась в памяти моего кодового пространства. Итак, поехали. Поставьте точку в моем терминале, снова введите адреса для перекомпиляции. А теперь адреса с косой чертой должны отображать не значение 50, а адрес 50. Вот и все. Это довольно длинно. Это не так просто и красиво, как 0 на 123. Но здесь есть 0x, что означает 16-ричный адрес. И это 7 fk 784 a 04c Достаточно сказать, что ваше кодовое пространство, и даже ваши компьютеры Mac и ПК в наши дни имеют много памяти. Вот почему отчасти этот адрес такой большой, а не такой маленький, как на моем слайде. Так что на данный момент это еще не так уж полезно. Но это знакомит нас с концепцией, которую мы теперь будем называть указателями. И указатели по общему признанию являются одним из наиболее сложных аспектов Си. И если в будущей жизни вы расскажете друзьям, что я посещал занятия под названием CS50, и мы изучали Си, вы, вероятно, взглянете на людей так. Почему вы изучили Си? Или что-то вроде. О, это было тяжело. И это во многом из-за этой темы. Что не значит, что ее так уж трудно охватить умом, но это определенно совсем другое. И это не та функция, которую вы можете использовать в языках более высокого уровня, которые мы увидим во втором классе, таких как Python, Java и тому подобное. Все настолько близок к аппаратному обеспечению компьютера, так сказать, насколько это возможно, прежде чем все станет по-настоящему страшно. Так называемый язык ассемблера, который мы видели на второй неделе, когда у меня была ссылка и компиляция, и сборка, и все такое, это действительно низкий уровень. И вам действительно нужно быть экспертом в области процессора или мозга компьютера, чтобы понять это. Но с помощью с помощью языка C вы действительно можете копаться в памяти компьютера и делать с ней мощные вещи. Но опять же, с большой силой приходит ответственность. Очень легко взломать программы, неправильно используя память или просто имея ошибку, которая затрагивает память каким-то образом, который вы не намереваетесь. Так что указатели, в конце концов, это в значительной степени то, что мы только что видели. Указатель это на самом деле просто переменная, содержащая адрес некоторого значения. Указатель это переменная, содержащая адрес некоторого значения, или проще говоря, можно думать о ней как об адресе. Указатель это адрес чего-то в памяти компьютера. Итак, что мы можем сделать, чтобы реализовать это? Хорошо, вот две строки кода. Оказывается, используя наши два новых оператора сегодня, я могу объявить int, назвать его n и присвоить ему значение 50, точно так же, как и раньше. Если я хочу сохранить адрес n в переменной, а не просто сразу распечатать его через print, я могу объявить переменную, например, с именем π. Но я мог бы называть это как угодно, как любую переменную. Но поскольку это адрес это не int π, это должно быть, так сказать, int starp. А звездочка здесь слева от знака равенства. Это просто подсказка, чтобы увидеть, что означает, что π будет указателем. То есть π будет адресом чего? Адресом целого числа. Технически это все равно само целое число потому что адрес — это просто число, будь то 1, 2, 3 или 0 на 123. Так что на самом деле это просто семантическое различие. Таким образом, star p просто означает, что эта переменная не содержит никакого старого числа, например, 50. Она конкретно содержит число, которое является адресом чего-то другого. Так как же я могу теперь этим воспользоваться? Хорошо, позвольте мне вернуться к versus коду. И позвольте мне предложить добавить такую строку кода. Поэтому вместо того, чтобы просто выводить это значение напрямую, давайте определим вторую переменную с именем p, которая имеет тип int star p. Установим ее равное амперсанду n, и на этот раз давайте не будем просто выводить ampersand n. Давайте на самом деле распечатаем значение p. Так что единственные две новые вещи здесь, если я увеличу масштаб, это то, что я использовал не только ampersand справа, чтобы получить адрес n. Теперь я использую звездочку слева, чтобы сказать c, что p по-прежнему является переменной, как всегда. Но это же указка. Это адрес какого-то другого значения, подобного этому. И я все равно собираюсь напечатать его с тем же кодом формата p. Так что это не изменится. Так что позвольте мне уменьшить масштаб и сделать адреса. E. Адреса. И вот оно в точности то же самое. Само по себе это пока не так уж полезно. Но тот факт, что теперь вы можете получить доступ к адресам вещей в памяти, означает, что мы сможем создавать вещи. Создавать вещи и связывать вещи вместе, зная, где они живут, так сказать. Итак, есть ли какие-нибудь вопросы по этой технике на данный момент? Да. Наверное, я немного запутался в этом. Дэвидж, Малан, хороший вопрос. На шестой строке должна быть звезда R и амперсант? И в данном случае да. Потому что что я делаю? Слева и я пока избавлюсь от знака равенства, это даст мне переменную с именем π, которая сама по себе не является целым числом, но это адрес целого числа. Но без знака равенства я ничего не сохраняю в этой переменной. Поэтому добавив знак равенства, а затем амперсант n, я явно выясняю с помощью амперсанда, каков адрес n, который уже существует в пятой строке, и убираю его в эту новую переменную, называемую p. Другие вопросы? Да. Дэвид Ш. Малан. Хороший вопрос. Каждый раз, когда я запускаю программу, она использует другую часть памяти. Короткий ответ. Да. Однако в компьютерах, короче говоря, тоже есть нечто называемое виртуальной памятью. Так что если вы будете запускать его снова и снова, вы действительно можете увидеть одни и те же адреса на одном и том же компьютере Mac, ПК или облачном сервере. Но мы немного посмотрим, где это изложено на высоком уровне. Но это всегда будет существовать по какому-то адресу. Хороший вопрос. Да. Дэвидж, малан, правильно. Амперсант n ⁇ это адрес n, а инстар p ⁇ указатель называемый p. И честно говоря, в идеальном мире, если бы язык Си был создан сегодня, а не десятилетия назад, когда люди впервые создавали языки. В идеале у нас был бы просто тип данных, называемый указателем. И тогда это было бы немного менее сложно, потому что это было бы буквально то, что там написано. Люди, которые изобрели и этого не делали. Но в этом и заключается идея. Так что указатель не является законным словом в коде. Это термин на букву R в английском языке. Но на самом деле это всего лишь идея. Но то, как вы выражаете указатель как тип данных, немного более загадочно, чем здесь intp. Но обратите внимание в седьмой строке, когда я печатаю пи, я не использую звездочку. Я не использую амперсант. Почему? Я буквально просто хочу напечатать значение π. И мы делаем это с первой недели. Если вы хотите напечатать переменную, просто опишите переменную по ее имени. Никакого специального синтаксиса. Есть еще вопросы по этому поводу. Дэвид Ш. Малан. В чем преимущество использования указателей? Что касается указателей, сегодня мы увидим некоторые их применения, Действительно идея воплотиться в жизнь на следующей неделе, когда мы собираемся создать так называемые структуры данных в памяти, где мы сможем создавать не только, например, одна структуры данных, такие как массив. Мы увидим на следующей неделе, что мы действительно можем создать эквивалент двумерных структур данных или даже трехмерных структур данных, используя эти адреса и как бы связывая вещи воедино. И мы увидим начало этого на этой неделе. Но пока сосредоточьтесь по крайней мере на самом синтаксисе и на том, что эти строительные блоки могут для нас сделать. Обязательно ли указатель π должен быть целым числом? Дэвид Ш. Малан. Должно ли целое число π? Должен ли указатель π быть? Указывать на целое число? Короткий ответ. Нет. И мы еще вернемся к этому. На данный момент в целях обсуждения мы имеем дело только с целыми числами, такими как число 50. Вы упомянули строки или символы. Абсолютно верно. Мы скоро перейдем к этому. Так что вы можете использовать адрес всего, что захотите в памяти компьютера. Так что на самом деле давайте переведем это прямо сейчас на одну и ту же картинку, просто чтобы помочь вам понять, что на самом деле делают эти две строки кода. Итак, если я вернусь к своей сетке памяти здесь. Давайте добавим число 50 в переменную n в правом нижнем углу, как это было раньше. Значит это та самая первая строка кода, как и раньше. Но с новой второй строкой кода, как только я создам π, что мне делать? Ну во-первых, помните, что n живет где-то в памяти компьютера. Обычно мне все равно, где именно оно находится. Но ради обсуждения давайте предположим, что он находится на уровне 0 на 123, что легче сказать, чем то, где он оказался на самом деле. А теперь что такое π? Ну π это просто еще одна переменная. И переменные тоже живут в памяти. Так что позвольте мне просто выдвинуть гипотезу. Что π живет здесь наверху. И оказывается, что π, как только вы его назначите, значение амперсанда n означает, что си посмотрит на переменную n, поймет, у она живет в ноле на 123. И то, что входит в значение π, буквально равно 0 на 123. Опять же, это все равно целое число что сбивает с толку. Но технически это целое число, используемое в качестве адреса. А теперь просто подсказка, обратите внимание, что этот указатель чертовски большой. Он размером с 8 квадратов. Какой из этого следует вывод? Ведь я сделал это намеренно. Какого размера, по-видимому, должен быть указатель в большинстве современных систем, вы бы сказали. Дэвидж, Малан, хорошо, хорошо. Компьютеры сегодня очень большие. У вас в компьютере гигабайты оперативной памяти. Поэтому вам нужны большие указатели, чтобы можно было указывать, и память, которая концептуально находится довольно далеко. Чтобы внести ясность, сколько байт, по-видимому, занимает указатель. Ну, похоже, в общей сложности он занимает 8 байт. В настоящее время целые числа по соглашению обычно равны 4. Указатели, хотя в настоящее время в данном случае обычно равны 8. Поэтому я рисую это в соответствии с реальностью, хотя в конце концов на самом деле не так уж интересно, какие здесь значения. На самом деле давайте выберемся из этих сорняков. На самом деле мне все равно, что еще происходит в памяти моего компьютера в данный момент. Потому что у меня есть только эти две строки сочного кода, определяющие n и определяющие π. Так что давайте спрячем все остальные квадраты. И честно говоря, я имею в виду именно это, когда говорю, что что программистам нужно знать, что переменная существует где-то в памяти. И нужно иметь возможность получить этот адрес с помощью амперсанда, но вы никогда не выведете, как это сделал я, фактический адрес. В целом это неинтересно, если только вы не отлаживаете свой код. Но вы же не собираетесь начинать вводить в свой код сумасшедшие числа 0 на чтобы что-то изменить. Вам просто нужно знать, что компьютер может определить, где что находится. Так что, честно говоря, по этой логике, кого волнует, что это 0 на 123. Завтра это может быть 0 на 456 или что-то еще. Так что один из способов представить указатель буквально как переменную, указывающую на что-то другое. И действительно, в данном случае π да технически у него есть адрес. И да, технически в этой истории это 0 на 123. Но честно говоря, кого это волнует? Мне просто нужно знать, что, используя π, я могу получить значение n. Так что же это за адреса? И в самом деле, если картер не возражает присоединиться ко мне здесь на минутку, что это за адреса? Ну, точно так же, как в нашем человеческом мире. У нас есть почтовые ящики, хотя в наши дни вы, возможно, не очень часто проверяете это. Но для получения физической почты у каждого дома, у каждого предприятия есть уникальный адрес. Научно-технический комплекс находится по адресу Олстон, Вестер Авеню, 150, Массачусетс, 02134 США. И теоретически это однозначно идентифицирует это здание в мире. Ну вот, здесь у нас есть два почтовых ящика. Вот здесь у нас есть значение, которое, как я утверждаю, проживает по адресу 0 на 123. А затем вот здесь я утверждаю, что есть еще один адрес, названный по имени П, на самом деле мне все равно, где она находится. Хотя она определенно существует где-то в памяти компьютера. Но если это Пи, которая является переменной, а это N — другая переменная, то в идеале этот почтовый ящик был бы в два раза больше из-за количества используемых байтов. Но в Home Depot были только почтовые ящики одинакового размера. Но вот Пи — одна переменная, вот N — другая переменная. Если я открою этот почтовый ящик, что я должен найти в нем, основываясь на нашей истории на данный момент? Какую ценность я резко извлечу всего за мгновение? Да, я думаю. 0 на 123. Теперь, используя это, вы можете думать об этом так, как будто X отмечает место без каламбура. Где я теперь могу обойти память компьютера и найти дорогу к этому месту, как бы следуя карте сокровищ? Или если я хочу, чтобы это было более драматично, благодаря нашему маленькому пальчику из ельской пены здесь, вы можете думать об этом более абстрактно, так как Пи просто указывает на N. Это не очень хорошо. Так что давайте перейдем на гарвардский. Итак, P указывает. Ух ты! Дэвид Ш. Малан. Итак, Пи указывает на N. Итак, получается, что теперь мы сможем написать код, который будет эквивалентен тому, как я подхожу к N. Но пока, Картер, если вы хотите показать, что находится в почтовом ящике, мы действительно должны увидеть цифру 50. Так что это действительно все, Картер ждет аплодисментов. Действительно хорошо сделано. Спасибо вам. Так что это всего лишь физическая метафора того, что здесь происходит. В одной переменной у нас есть адрес, и эта переменная по соглашению называется указателем. В другой переменной за неделю у нас просто есть значение типа n. И вы можете, да, следовать по карте и самостоятельно дойти до этого конкретного адреса. И мы посмотрим, как это сделать в коде. Но что действительно интересно, так это эта абстракция, в которой указатели буквально или я думаю, фигурально указывают на какое-то другое значение в памяти. Хорошо, тогда вопросы по указателям в этой форме: Могут ли указатели указывать друг на друга? Дэвид Ш, Малан, могут ли указатели указывать друг на друга? Так что да. Есть вещи, называемые двойными указателями. Мы не увидим их в ближайшее время. Но с помощью звезды и звезды вы можете выразить адрес адреса. Но мы этого пока не увидим. Еще вопросы по указателям. Да, впереди. Дэвидж, Малан, являются ли массивы? Итак, подводя итог, являются ли массивы тогда указателями? Такой короткий ответ, есть взаимосвязь. И мы вернемся к этому немного позже. Но массивы технически отличаются от указателей. Но мы собираемся немного размыть линии, используя один похожий на другой. Но позвольте мне вернуться к этому через некоторое время. Хорошо. Итак, если у нас теперь есть эта ментальная модель, если хотите того, что представляет собой указатель в памяти. Я думаю, мы можем начать снимать слой упрощения, который мы предполагали в течение последних нескольких недель, начиная с первой недели. Итак, строка, напомним, это последовательность символов. И поэтому, если вы хотите создать строку с надписью Привет за главными буквами и восклицательным знаком, мы делаем строку из равной кавычки без кавычек Привет. И мы можем жестко закодировать ее так, или мы могли бы использовать getString. Но пока просто предположим, что я жестко закодировал ее в свой код, чтобы всегда говорить Привет за главными буквами с восклицательным знаком. Ну и как это выглядит в памяти компьютера? Давайте перестанем рассматривать всю память целиком и просто сосредоточимся на том, что происходит на самом деле. Как только вы создадите строку с именем s и сохраните в ней Привет, вы поймете, что происходит пара вещей. H, я и восклицательный знак оказываются в памяти компьютера. Мы знаем со второй недели, что эта штука, так называемый символ null-null, он же обратная косая черта 0, также добавляется для вас. И она где-то в памяти. На данный момент мне все равно, где я это нарисовал в правом нижнем углу. Да, у него есть адрес. Но пока он просто где-то заканчивается. И на самом деле, вот небольшая визуальная подсказка о том, как это происходит. В языке C каждый раз, когда вы используете двойные кавычки для получения строки, вы можете представить, что двойные кавычки – это своего рода подсказка, позволяющая не только сохранить восклицательный знак «Хай», но и поместить туда символ null. И это в отличие от того, какие символы, если вам нужны отдельные символы, какой синтаксис мы используем Вместо этого. Дэвидж, Малан. Итак, одинарные кавычки. Одинарные кавычки волшебным образом не добавляют 0 обратной косой черты. Они буквально хранят только один символ. Так что, опять же, строки всегда были немного особенными. Вы получаете немного дополнительного, дополнительный байт бесплатно, чтобы вы знали, где заканчивается строка, и такие функции, как сравнение строк, затем могут найти свой путь туда. Так что в памяти это действительно может выглядеть примерно так. И если мы предположим, что где-то в памяти будут эти вещи, эти вещи будут где-то в памяти. Мы можем обращаться к ним раз в две недели с помощью имени переменной. Итак, если S это имя переменной, то скобка S0 это то, как вы будете ссылаться на первую букву. Скобка S1, скобка S2. И если вы действительно хотите, скобка S3 приведет вас к символу NAL в самом конце. Но что такое S? Таким образом, технически в этой строке кода компьютер не только предоставляет вам память для нулевой обратной косой черты с восклицательным знаком ⁇ Мы ⁇ Оказывается, что S само по себе должно занимать некоторое количество места, потому что S является переменной. И каждый раз, когда мы до сих пор говорили о переменных, я давал вам прямоугольник на экране, в котором можно хранить их значения. Давайте предположим для обсуждения, что значение h равно 0 на 123, а значение i равно 0 на 124. Воскресеницательный знак равен 0x125, а символ 0 равен 0x126. Ну а что же тогда такое s? Ну, s просто будет какой-то другой переменной. И я нарисую ее несколько абстрактно, без всех остальных квадратиков, вот здесь. И я утвержду, что имя этой переменной — s. Но оказывается, что такое s на самом деле. Как на самом деле работают строки? Ну, S это переменная, и так было с первой недели. Но когда вы ее определяете, компьютер автоматически делает за вас то, что когда он знает, что вы хотите сохранить восклицательный знак, он помещает его куда-нибудь в память. Затем компьютер вычисляет для вас каков адрес самого первого символа. И сохраняет этот адрес и только этот адрес в переменной, которую вы создали слева от знака равенства. И этого достаточно. Чтобы представить строку с тремя буквами алфавита или пунктуации, вам не нужны три переменные. Вам нужна только одна. Вам просто нужно знать начало строки. Почему? Почему переменной достаточно хранить только адрес первого байта, а не адреса всех байтов? Дэвидж, Малан, совершенно верно. Из-за дизайна строк в неделю два мы всегда обнуляем их так что достаточно запомнить только адрес первого байта. Потому что оттуда вы можете как бы следовать за хлебными крошками байт за байтом за байтом. И пока вы не увидите новую строку, извините, символ null, вы знаете, что все эти символы, по-видимому, являются частью одной и той же строки. Так вот, что происходит в памяти компьютера с первой недели. И на самом деле, если мы абстрагируемся от этого, вы действительно можете думать о как об этом, действительно указателе на этот кусок памяти. Так что же, собственно, мы здесь имеем? Ну слева, чтобы резюмировать код здесь, в строке с левой стороны, это то, что гарантирует, что мы действительно сможем сохранить строку в переменной с именем s. Однако, с правой стороны у нас будет фактическая стоимость. Итак, позвольте мне вернуться к версус-коду здесь. И позвольте мне изменить свой код, чтобы он больше не включал только целые числа. Поэтому я собираюсь добавить библиотеку CS50 просто для того, чтобы я мог использовать там некоторые ярлыки. CS50. H. А затем в своей основной функции я собираюсь сделать это. Строка с равна кавычке без кавычек привет за главными буквами восклицательный знак. А затем я пойду дальше и распечатаю используя S как всегда, обратную косую черту N значение S. Так что эта программа на данный момент совсем не интересна. Это снова материал первой недели. Адреса действительно печатают привет. Но оказывается, что теперь, когда я это знаю, что на самом деле происходило под капотом все это время. Хорошо, вот та же самая строка кода, которая определяет переменную, называемую S, и оказывается, кто-нибудь хочет угадать, какая строка на самом деле является синонимом. Строка, оказывается, это своего рода белая ложь, которую мы говорим с первой недели. Такого понятия как строка в качестве ключевого слова в Си, технически это CS50. Да, Дэвидж, Малан, это указательный символ. Так что на самом деле все это время мы вроде как лгали вам. Здесь нет никакой строковой кавычки без кавычек. На самом деле это Чарстар. И если позволите, посмотрите сюда, на тренировочные колеса. Они приземлились не очень удачно. Так чем же мы занимались? Что же, оказывается, что строка – это гораздо более простой способ концептуально подумать о том, что такое строка символов. Боже мой, если бы мы начали первую неделю с того, что вы набрали звездочку символов, да, вы могли бы пройти мимо этого. Но это просто слишком уродливый синтаксис, совсем неинтересный с интеллектуальной точки зрения. Поэтому мы абстрагируемся от этого. Чем была звезда чар в первую неделю Си, сказав вам, что на самом деле она называется стринг? Теперь стринг – это термин программистов R. C. программисты на любом языке будут использовать слово string для обозначения последовательности символов. Но в языке Си это технически не слово само по себе. Это скорее синоним, который мы сами создали в той или иной форме. Так как же, собственно, нам это удалось? Хорошо, вспомните события прошлой недели. На прошлой неделе я предложил, что было бы действительно здорово, если бы у нас был тип данных Биорсон, о котором создатели языка Си не подумали десятилетия назад. Но это нормально. Мы можем определить его сами. Что мы здесь сделали? Ну, мы используем такой синтаксис. Вспомните, что мы определили человека как кто? Как эта структура? Эта структура, используя новое ключевое слово, введенное на прошлой неделе, ⁇ стракт ⁇ означает, что человек ⁇ это просто имя и число. И это могли быть другие вещи. Мы просто упростили ее. Но как я ассоциировал человека с этой структурой? Ну, мы утверждали, что именно это значение здесь ⁇ тип ⁇ ДФ ⁇ которое, как и следовало ожидать, определяет тип данных. Так, что же мы сделали в качестве CS50 на первой неделе, не сказав вам об этом? Ну, мы могли бы сделать что-то подобное. Инт сам по себе немного загадочен. И возможно нам следовало бы сказать еще проще, привет всем. Оказывается вы можете определять целые числа в C. И если вы хотите это сделать, ну если вы хотите создать ключевое слово Integer в качестве типа данных, вы можете просто ввести его в Int. Итак, типа Dev создает крайнее справа слово Integer и создает для него синоним, в данном случае называемый Int. Так что же мы делали на первой неделе, не сказав вам об этом? У нас есть такая строка кода в библиотеке CS50, которая связывает строку в кавычках без кавычек с более загадочной звездочкой символов. И вот почему, начиная с первой недели, в любое время, когда вы используете библиотеку CS50, вы можете написать строку Word так, как если бы это был настоящий тип данных C. И это только потому, что мы хотели использовать эту абстракцию, эти тренировочные колеса в течение первых недель. Чтобы нам не пришлось влезать в сорняки всей этой сумасшедшей работы с памятью. Мы можем как бы поговорить о струнах на более высоком уровне. Но это все, чем они являются. Строки — это адрес первого символа в этой последовательности символов. Теперь есть вопросы по какой-либо из этих деталей? Да. А как насчет библиотек строк, которые? Дэвид Ш, Малан. Хороший вопрос. А как насчет библиотеки строк, которую мы использовали? Не имеет отношения к делу. Так что она не определяет слово строка. Все, что там есть, на самом деле относится к звездам символов. И поэтому на самом деле, если вы использовали руководство по CS50, которое представляет собой просто нашу удобную для пользователя версию фактических страниц руководства для официального языка C, вы увидите это прямо сейчас, если начнете копаться или выключите. Менее удобный режим, вы действительно увидите, что мы изменили любые упоминания о HR Star в официальной документации за эти первые недели на просто строку, чтобы упростить ее. Но под капотом C не знает слово string как таковое в качестве ключевого слова. Но это абсолютно та концепция, о которой знает каждая программа в мире. И на самом деле в других языках, например в Python, действительно будет правильная строка. Хотя она и не будет называться строкой. Она будет называться стер, сокращенно стер. Вопросы по этим строкам здесь. Что же, позвольте мне предложить, что в этом синтаксисе есть еще одна особенность, которую мы теперь можем использовать следующим образом. Позвольте мне предложить, что если мы вернемся к предыдущей версии моего кода здесь, в которой позвольте мне на мгновение вернуться к versus коду. Я собираюсь перемотать versus код на целочисленную версию моего кода из предыдущего. А совсем недавно это выглядело так, раньше, когда мы использовали только целые числа, а не строки вообще. Позвольте мне предложить, чтобы в языке C была еще одна функция, которую мы можем использовать, которая фактически позволяет нам перейти по адресу. Итак, на данный момент позвольте мне просто перемотать назад и сделать сделать адреса, чтобы напомнить вам, что делала эта программа, когда она использовала только целые числа. И вот этот адрес. Почему? Потому что в седьмой строке, обратите внимание, я печатаю значение π, которое является указателем. Так что, конечно, это будет выглядеть как адрес. Но позвольте мне сейчас уменьшить масштаб и внести одно изменение. Вместо того, чтобы печатать букву R, как я могу использовать второй новый оператор сегодняшнего дня, не амперсант, а звезду, чтобы фактически перейти по этому адресу? Ну, что я действительно могу сделать в этой строке кода, так это вот что. Если я хочу распечатать фактическое целое число 50, которое находится в этой переменной, или что эквивалентно по этому адресу. Я могу перейти к P здесь и не печатать P буквально, потому что это всего лишь адрес. Теперь я могу сказать звезда P. А звезда P означает «идите туда». Более технически, отмените ссылку на P-то есть, следуйте по карте сокровищ по фактическому адресу и делайте то что сделал картер откройте почтовый ящик и распечатайте все что было в почтовом ящике который напомним был фактическим номером 50 так что позвольте мне попробовать это позвольте мне перекомпилировать код так что записывайте адреса хорошо позвольте мне очистить окно моего терминала адреса с косой чертой на этот раз я не должен видеть ничего 0x в данном случае я должен видеть только цифру 50 и здесь тоже своего рода неудачное дизайнерское решение конечно с педагогической точки зрения я бы сказал что все если я увеличу масштаб этого кода. Звезда, к сожалению, используется двумя разными способами. В идеальном мире они использовали бы три разных символа, чтобы сделать это более семантически понятным. Но это то, с чем мы застряли. Итак, в шестой строке, когда вы объявляете указатель, то есть переменную, в которой хранится адрес, вы указываете тип переменной, на которую хотите указать. Затем звездочку просто потому что, а затем ими переменной. А затем с правой стороны вы фактически получаете адрес любого места, использующего амперсант. Но когда вы хотите перейти по адресу, вы хотите отменить ссылку на указатель, вы более больше не используете int. И мы никогда этого не делали. Как только вы объявляете переменную, вы больше никогда не упоминаете тип данных. Но сейчас в мире указателей, если вы хотите не распечатывать пи, а перейти по любому адресу, который хранит пи, вы используете звездочку пи здесь. Таким образом, хорошим визуальным индикатором было бы, когда вы объявляете указатель то и сделайте так, чтобы он существовал в вашей программе. Вы должны объявить тип данных со звездочкой. Но когда вы используете указатель, вы просто используете звездочку. В идеальном мире это был бы совершенно другой символ. Но опять же, это то, что мы имеем. Теперь вопросы по этому синтаксису. Да. Дэвидж. Малан. Почему мы не можем просто использовать амперсант здесь, вы хотите сказать? Все еще было немного тихо. Строго говоря, нам не нужна шестая строка. Так что это действительно в педагогических целях я определяю отдельную переменную π, а затем распечатываю ее. Однако на данном этапе я просто хожу по кругу, если хотите. Потому что более простым было бы то, что я сделал бы на первой неделе, а именно полностью избавиться от π, избавиться от π здесь и просто распечатать n. Но сегодня мы просто даем вам этот новый строительный блок этот новый синтаксис, с помощью которого вы можете вычислить адрес чего-либо, а затем повернуть процесс вспять и фактически перейти к нему. Еще вопросы по поводу того, что мы здесь сделали с этими указателями. Хорошо. Хорошо, давайте теперь вернемся к контексту строки и посмотрим, что еще мы можем сделать с этим здесь, в случае наших строк здесь. Позвольте мне уточнить это, чтобы уменьшить масштаб. Позвольте мне удалить здесь код, связанный с целыми числами. Позвольте мне сделать строку из равной кавычки без кавычек привет за главными буквами, позвольте мне продолжить и на данный момент включить CS50. H вверху. Чтобы я действительно мог использовать ключевое слово S, вернее строку, и позвольте мне сейчас пойти дальше и сделать что-то большее, чем я сделал в прошлый раз. В прошлый раз я напечатал обратную косую черту SN, а затем распечатал S. И опять же я перекомпилирую это просто для ясности, сделаю адреса, адреса с косой чертой. Это просто выводит привет. Так что это опять же материал первой недели. Но теперь, когда у нас есть еще один фрагмент синтаксиса, мы можем делать и другие интересные вещи. Так, например, предположим, что я хочу распечатать не сам S, а что если я захочу распечатать адрес S? В какой ячейке памяти находится S? Ну, я могу изменить свой S на P, что, как мы теперь знаем, означает указатель. Таким образом, P означает вывести значение указателя. Это адрес. И здесь я действительно могу распечатать сам S. Но почему это так, мы сейчас увидим. Позвольте мне сделать это. Вот и тренировочные колеса. Стринг технически не существует, но это так, если я использую библиотеку CS50. Но если я избавлюсь от библиотеки CS50, как я метафорически делаю, снимая тренировочные колеса, я больше не смогу использовать слово string. И на самом деле позвольте мне сделать эту ошибку намеренно, как вы могли случайно сделать в прошлой неделе. Вот сообщение об ошибке, которое я получаю, если забываю библиотеку CS50, использование строки необъявленного идентификатора. Вы имели в виду стандартный ввод, я пытаюсь быть полезным, но это не потому, что я не имел в виду стандартен. Действительно, это подтверждение того, что Си не знает о существовании строки слов, по крайней мере в качестве ключевого слова. Существует как понятие, но не как ключевое слово. Так что я мог бы исправить это, добавив обратно библиотеку CS50. Но это своего рода шаг назад в образовательном плане, а не шаг вперед. Что я мог бы сделать вместо этого, чтобы исправить это сейчас, если тренировочные колеса сейчас выключены? Да. Дэвидж, Малан, именно так. Замените цитату строка без кавычек на символ Звезда. Так что я собираюсь пойти дальше и изменить это на символ. Технически вы можете поставить буквальную звездочку здесь, звездочку, или вы можете поставить ее там, или вы можете поставить ее здесь. По соглашению, я должен делать то, что я делал с самого начала: ставить звездочку рядом с именем переменной, а не где-либо еще. Позвольте мне продолжить прямо сейчас. Или извините, я хотел добавить там пробелы. Вы могли бы сделать и это тоже. Но это было бы самое нормальное соглашение. Так что теперь давайте сделаем это. Сделайте адреса, теперь компилируйте ОК. Адреса с косой чертой. Что я должен увидеть? Привет или что-то еще? Не стесняйтесь просто назвать это. Дэвидж, Малан. Так что все еще, привет, вы говорите. Кто-то еще? Место в памяти? Дэвидж, Малан. Место в памяти. Хорошо, так что это может быть один из двух вариантов. Либо я увижу строку, либо я увижу адрес памяти. Хотя на самом деле я вижу адрес памяти. И этот адрес сильно отличается от целочисленного. Но не хочет ли кто-нибудь сейчас объяснить, почему вы были правы? Почему я вижу здесь адрес, а не привет? Это тонко. Да. Дэвидж, Малан, именно так. Потому что я оставил там свой пи, что означает ⁇ Эй, принт, покажите мне указатель ⁇ Но именно здесь принт умен и был умен с нулевой недели. Люди, которые изобрели принт десятилетия назад написали код, который замечает, что окей. Okay. S означает рассматривать следующее значение не как просто адрес как таковой, который печатается буквально, а печатает его, как в демо-версии почтового ящика. Как своего рода карта-сокровищ, которая приведет вас к адресу персонажа. Таким образом, просто изменив один символ, P на S, и если я сейчас снова сделаю адреса и адреса с косой чертой, это будет идентично первой неделе, но, надеюсь, имеет смысл. Потому что S это всего лишь подсказка к принтф, что означает «перейдите по этому адресу в S. Распечатайте там каждый символ и далее, пока не увидите, что символ null, а затем перестаньте печатать что-либо еще. И вот почему хай печатает с первой недели. Сегодня мы можем видеть адрес P. Но это комбинация доступа к адресам и нулевого терминатора. Это вся информация, необходимая принт для того, чтобы действительно сделать что-то более полезное, напечатав фактические строки. Теперь есть вопросы по этому подходу к процентам С. Да, сзади. Дэвидж, Малан, о, так почему же он традиционно используется именно таким образом? Честно говоря, слово «строка» существует уже несколько десятилетий. Это не то ключевое слово, которое вы должны вводить на языке C, если только вы не используете библиотеку вроде CS50. И поэтому S означает просто строку. Так что, хотя оно и не существует в качестве ключевого слова, S означает строку. И люди десятилетия назад, как и сегодня, просто отчасти знали, что это значит. Так что они могли выбрать любую букву алфавита. Но буква S имеет наибольший смысл. Хорошо. Что же, давайте-ка пройдем назад. Еще один вопрос. Дэвидж, Малан, Хороший вопрос. Прежде чем, позвольте мне увеличить изображение. Я не использовал звездочку перед буквой S. Почему? Ну, здесь все тонко. Но принт был изобретен много лет назад, чтобы знать, что учитывая адрес как в переменной S, Принт знает, куда идти. Итак, если бы мы посмотрели на исходный код, написанный каким-то человеком много лет назад для языка C, мы, скорее всего, увидели бы настоящую звездочку, на которую вы ссылаетесь. Принт берет на себя ответственность за отправку в S. Если бы вы вместо этого сделали здесь звездочку S, звездочку и букву S, то теперь это был бы буквально символ. Потому что если я скажу звезда S, это означает, что перейдите по адресу в S. И все, что вы там найдете, это один символ. Принт хочет знать не то, что это за символ там. Каков адрес этого персонажа? Почему? Потому что принт нужно пройтись по остальным этим персонажам в поисках окончательного нулевого символа. И на самом деле, позвольте мне посмотреть, с немного большим синтаксисом, можем ли мы выделить это немного больше. Позвольте мне сделать это. В дополнение к печати S, давайте попробуем наш синтаксис другим способом. Позвольте мне распечатать с S, как насчет того, чтобы здесь не было S, но давайте распечатаем несколько адресов. S обратная, касая черта N, закройте цитату, а затем давайте распечатаем, как насчет этого. Первый символ в строке S будет называться S-скобка.

но как мне получить адрес первого символа в S? Ну, технически я мог бы просто использовать сегодняшний новый примитив. Я могу просто добавить амперсант. Это всегда дает мне адрес, имеющий какое-то значение. Итак, когда я заканчиваю эту мысль, очищаю окно терминала и запускаю make addresses, все равно компилируется, когда я запускаю адреса буквально через мгновение. Есть какие-нибудь предположения относительно того, что я увижу построчно? Здесь будут напечатаны две вещи. И вам не нужно запоминать, каково было фактическое число. Но на высоком уровне, что теперь будет напечатано? Одно и то же дважды. Почему? Хорошо, когда я запускаю это то, что я печатаю здесь, и позвольте мне увеличить изображение внизу, я действительно вижу два действительно длинных адреса. Но это по сути одно и то же. Почему? Ну, это потому, что опять же, если S это адрес символа, как это подразумевается сейчас либо строкой слов CS50, либо фактической фразой char star, ну тогда S это просто адрес. В отличие от двух недель, скобка S0 это символ всегда был символом, конкретным символом. Но если вам нужен адрес этого символа, вы просто добавляете амперсант. Ну, оказывается, что строки, согласно определению, которое мы постоянно подчеркиваем, это просто адрес первого символа в строке. Так что, конечно, если вы сделаете это, вы увидите точно то же самое. И если я сделаю это еще немного, как правило, вам не захочется копировать вставлять. Но это просто для наглядности. Позвольте мне распечатать все символы. Так что еще один, еще один, еще один. И позвольте мне изменить это, чтобы распечатать адрес скобки 1, скобки 2 и скобки 3. Таким образом, все четыре символа: HI, восклицательный знак и символ null. Обратите внимание, что я использую π для всех них. Так что если я сейчас сделаю адреса и адреса с косой чертой, обратите внимание и это отчасти круто. Первые два действительно остаются теми же самыми. Но что примечательного в других значениях на экране, да, они последовательны. Каждая из них находится всего в одном байте. Даже если вы еще плохо разбираетесь в 16-ричном формате, здесь безумное количество цифр, кого это волнует. Они все одинаковые, за исключением последних. 4-4, а затем 5-6-7. И это подтверждает то, что я утверждал в течение нескольких недель, то, что в массиве все символы расположены вплотную друг к другу на расстоянии 1 байта. Так что имея только этот амперсант, только эту звезду, это на самом деле довольно классный инструмент в наборе инструментов. Потому что вы можете начать копаться в том, что на самом деле происходит внутри памяти компьютера. И на самом деле, если мы сделаем это, я могу представить здесь еще один классный трюк, если хотите. Позвольте мне предложить, что теперь мы действительно можем выполнять арифметику с помощью указателей. А вам и не нужно этого делать. Вы увидите более простой способ сделать это. Но теперь, когда у вас, возможно, есть базовое понимание того, где что находится в памяти, и это просто адреса мы действительно можем сделать что-то вроде аккуратного. Мы можем сделать что-то вроде этого. Позвольте мне вернуться к тому, как насчет строковой версии этого с приветом. И позвольте мне сделать это вместо этого. Позвольте мне немного почистить это, избавиться от некоторых из этих строк кода. И позвольте мне сделать это. Позвольте мне распечатать си. Позвольте мне избавиться от всех этих амперсандов. Мы собираемся вернуться ко второй неделе. Просто для ясности, когда я скомпилирую и запущу эту версию программы, увеличу масштаб, что должно быть напечатано на экране. Это всего лишь материал второй недели. Никаких указаний как таковых. Да, Дэвидж, Малан, просто привет, восклицательный знак по одному на строку потому что у меня есть все эти буквы N с обратной косой чертой. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне спуститься сюда, указать адреса, вести. Окей, очень хорошо. Адреса с косой чертой. И действительно, привет, восклицательный знак. Но теперь, если вам становится немного удобнее, и это нормально, если вы еще не сегодня, но в течение следующей недели или недель, когда вы немного освоитесь с эквивалентностью адресов с нашим определением в прошлом массивов, строк и всего этого, вы можете начать играть вокруг да около. И я могу сделать это вместо этого. Если я хочу распечатать первый символ в строке, я мог бы сделать как на второй неделе, скобку S0. Это всегда сработает. И вы можете продолжать использовать это. Это не относится к CS50. Это просто удобство в C. Но технически я мог бы распечатать не S, потому что S это адрес. Но какой синтаксис я мог бы использовать, чтобы сказать, выведите символ в S. Какие-нибудь инстинкты? Как я могу сказать, перейдите по адресу ВС. Это один из двух возможных ответов на сегодняшний день, и так из двух наших новых. Из двух наших новых операторов сегодня у нас есть амперсант и звезда. Какой из них приведет нас к тому, что находится по адресу? Дэвидж, Малан и так звезда. Так что на самом деле, если я хочу распечатать то, что находится по нулевому адресу, по адресу S, я могу просто сделать звездочку S. И если вы действительно хотите пофантазировать, как вы распечатаете второй символ, который находится сразу справа от него, так сказать. Ну, вы можете обратиться к оператору удаления ссылок, и вы хотите ответить на этот вопрос. Дэвидж, Малан, S плюс 1. Следовательно, арифметика указателей. Вы можете делать математику, простое сложение, вычитание, что угодно по указателям, если хотите. И это вы тоже можете делать здесь. Итак, звезда, если вы хотите вырвать это тоже, как мне распечатать последний символ, третий? S плюс 2? Дэвидж, Малан, S плюс 2. Потому что если вы знаете и понимаете, что строка... Каждый символ это всего лишь байт, и эти байты расположены спина к спине. Вы можете просто перемещаться в памяти компьютера, куда захотите. И здесь я могу снова сделать адреса адреса с косой чертой. И вуаля, теперь у нас есть восклицательный знак Привет. Так что мы не распечатали ничего нового. Но опять же, просто используя эти два новых оператора амперсант и звезду, вы можете вычислить адрес чего-то, и вы можете перейти по адресу чего-то. Хорошо, вопрос в ответ. Дэвидж Малан, действительно, в итоге получается одно и то же. И поэтому я мог бы использовать этот термин и раньше. Техника амперсант извините. Техника квадратных скобок, когда вы делаете S-образную скобку нулевой, S-образную скобку 1, S-образную скобку 2. Это на самом деле то, что мы действительно назвали бы синтаксическим сахаром. Это работает. И вы можете ее использовать. Вы должны ею воспользоваться. Это приятно и просто. Но обозначение в квадратных скобках под капотом по сути преобразуется вот в это, а это не весело. Это когда вы хотите похвастаться перед друзьями, что знаете, как делать классные вещи в коде. Но это не так читаемо, как просто S скобка 0 и 1 и 2. Но это все, что происходит под капотом. И опять же, вот почему в s 50 мы тратим время на некоторые из этих строительных блоков более низкого уровня. Потому что если вы предположите, что память вашего компьютера действительно представляет собой просто эту сетку байтов. И теперь у вас есть возможность в коде получить адрес и перейти по адресу. Вы можете начать делать все, что захотите. А вы можете покопаться в памяти компьютера в любом месте. И в этом-то и заключается опасность. Я сейчас вроде как в системе чести так что если моя строка состоит из восклицательного знака «Привет», я должен перейти к первому байту, второму и третьему. Но я сейчас могу немного сойти с ума. И если я хочу посмотреть, что происходит в памяти компьютера, я имею в виду, что ничто не мешает мне поступить так, как S плюс 50. И давайте посмотрим, что там. Так что записывайте адреса, адреса с косой чертой, «Привет», а потом «Окей», похоже, ничего особенного. Ну а как насчет расстояния в 5000 байт? Давайте просто порыскаем вокруг. Что находится внутри памяти компьютера? Так что сделайте адреса еще раз, сделайте адреса, Адреса с косой чертой видите. Окей, там по-прежнему ничего нет. Давайте попробуем 50 тысяч. Хорошо. Сделайте адреса, адреса с косой чертой. Хорошо, вот и все. Так что вы, вероятно, сделали это, некоторые из вас случайно, потому что вы, вероятно, зашли слишком далеко влево или вправо в массиве, касаясь памяти, чего не должны были. Достаточно сказать, что я не должен слепо трогать 50 тысяч байт на расстоянии. Потому что кто знает, что там. И действительно, в вашем компьютере, когда запущена программа, компьютер сегментирует ее на разные сегменты памяти. И если вы станете слишком жадным и прикоснетесь к другому сегменту памяти, который технически не был выделен вам macOS, Windows, Linux или операционной системой, произойдут плохие вещи. И вы получаете ошибку сегментации. А это значит, что это ошибка в вашем коде. Так что теперь вы можете это сделать. И это означает, что хакеры тоже могут делать подобные вещи. Если они могут каким-то образом внедрить код в вашу программу на языке C, возможно, они смогут покопаться в памяти компьютера. И действительно, это своего рода техника, с помощью которой, возможно, действительно искушенный хакер может перейти к этой памяти, к этой памяти, к этой памяти в поисках чего-то вроде вашего пароля, или вашей финансовой информации, или чего-то еще, что есть в программе, но по какому-то другому адресу. Ничто не мешает злоумышленнику, по крайней мере, прямо сейчас, покопаться в том, может ли он выполнить код на вашем компьютере, чтобы сделать такого рода вещи. Так что в этом и есть сила языка C, но также и опасность. И в ближайшие дни вы обязательно столкнетесь с еще большим количеством ошибок SEC. Но в конечном счете цель будет состоять в том, чтобы помочь вам в конечном счете решить их и исправить ситуацию. Но на данный момент я думаю, что это было совсем немного. Поэтому позвольте мне предложить нам сделать здесь более длительный перерыв, может быть 10 минут, и съесть немного пирожков с Вупи в трансепте. Мы вернемся через 10. Хорошо. Итак, мы вернулись. И чтобы подвести итог тому, на чем мы остановились, теперь у вас есть эта новая возможность в коде выполнять арифметику указателей. Например, рассматривать адреса как числа, которыми они действительно являются в 16-ричном или ином виде, и складывать их вместе, и как бы копаться в памяти компьютера. И на самом деле во время перерыва был задан вопрос, как мы могли бы в дальнейшем использовать это в контексте string. Поэтому я не стал менять код, который мы написали непосредственно перед перерывом. Напомню, что в последний раз мы взломали программу, проверив байты на расстояние 50 тысяч байт. Но давайте не будем этого делать. И давайте на самом деле попробуем распечатать не отдельные символы, как я в соответствии с C. Но почему бы нам не попробовать распечатать строки и подстроки, если хотите? Так что позвольте мне очистить окно моего терминала. Позвольте мне изменить все эти си на процент SSS. А затем позвольте мне вернуться к тому, что мы делаем со строками с первой недели, то есть просто распечатать их, например, с этой первой строкой. И единственная разница на данный момент заключается в том, что теперь я снял тренировочные колеса. Я избавился от CS50. H, в котором строка набирается для вас как символ звезды избавился от этого. Так что теперь в пятой строке я объявляю символом символа, что означает просто адрес символа. А принт достаточно умен, чтобы знать, что конец строки находится там, где находится этот символ null. Но теперь, когда я могу выполнять арифметику указателей, обратите внимание, что я мог бы сделать что-то подобное. Если я хочу распечатать s, я просто распечатываю s. Предположим, что я сделаю s плюс 1 здесь и s плюс 2 здесь, снова после изменения си на процент s. Есть какая-нибудь интуиция относительно того, что этот код теперь будет выводить на экран построчно? Да, мысли. Дэвидж, Малан, хорошо, разумное предположение. Может быть, адрес памяти H, адрес I, адрес восклицательного знака. Но другие мысли. Дэвидж, Малан, да. Я думаю, что на самом деле это будет последнее. Это будет напечатано привет обычным способом, потому что, честно говоря, пятая строка это. Скорее шестая строка это то же самое, что и на первой неделе, за исключением того, что мы сняли тренировочное колесо из струн и называем его Чарстар. Но я думаю, что в седьмой строке действительно будет выведено я. А в восьмой строке будет просто выведено я потому что это будет просто восклицательный знак. Принт все равно будет достаточно умен, чтобы знать, где заканчивается каждая из этих подстрок, частей строк, по той же логике, что и всегда. Но позвольте мне продолжить и уменьшить масштаб запустить Make Addresses Enter, компилирует ОК, OK, адреса с косой чертой. И теперь действительно это все, что представляет собой строка. Это последовательность символов, идентифицируемых по ее первому байту. Если вы затем начнете копаться и скажете Print напечатать то, что находится в следующем байте или в следующем следующем байте, он сделает то же самое, распечатав этот символ и все после него вплоть до этого символа null. Итак, опять же, несмотря на то, что многое происходит, мы представили этих двух новых операторов, сегодня не происходит ничего такого, чего не происходило бы уже несколько недель. Но надеюсь, в течение этой недели, лекции на этой неделе, набора задач на этой неделе и далее вы начнете понимать, что теперь у вас просто больше инструментов, с помощью которых можно использовать эти детали реализации более низкого уровня. Итак, на прошлой неделе, на второй неделе, вспомните еще одну деталь реализации. Я утверждал, что вы не можете сравнить две строки так же легко, как, например, два целых числа. И я сказал вам вместо этого использовать другую функцию, которую вы, вероятно, использовали один или несколько раз при решении прошлых задач. Как вы, по-видимому, должны сравнивать строки. Дэвидж. Малан, да, так что сравните строки. Стеркомп. Та дополнительная функция, о которой мы говорили, вам просто нужно использовать ее сейчас. Но у вас, возможно, уже есть небольшая интуиция относительно того, почему мы должны использовать стеркомпер, и мы не можем просто использовать equals-equals для сравнения строк. У вас уже есть какая-нибудь интуиция по этому поводу? Почему на прошлой неделе понадобилось сравнение? Дэвидж. Малан идеально. Равные-равные сравнивали бы буквально два адреса памяти а не фактические строки по посимвольно. И если адреса памяти не совпадают буквально, поэтому вы сравниваете один и тот же адрес памяти. Две разные строки, вероятно, не будут считаться равными, даже если мы, люди, действительно выглядим одинаково. Давайте посмотрим на это. Позвольте мне продолжить и закрыть адреса. Си. И на самом деле, прежде чем я сделаю последнее упоминание, одна из сильных сторон арифметики указателей в стороне заключается в том, что Си и действительно компилятор. Достаточно умен, чтобы знать, сколько байтов нужно добавлять и добавлять. И под этим я подразумеваю вот что. Прямо сейчас нам повезло, потому что строка... — это последовательность символов. И по определению каждый символ — это один байт. Вы можете пошарить вокруг и сделать S плюс 1, чтобы получить следующий байт, S плюс 2, чтобы получить третий байт. Однако, если бы мы не имели дело со строками, предположим, что мы имеем дело с целыми числами, которые были в массиве вплотную друг к другу. Если вы хотите получить следующее целое число, вы все равно можете сделать плюс 1 или плюс 2, чтобы получить следующее или следующее, следующее целое число. Вы бы не стали влезать в сорняки, делая плюс 4, а потом плюс 8. Вам не обязательно знать или заботиться о том, насколько велики типы данных в компьютере. Язык C и компилятор выяснит это за вас, основываясь на рассматриваемом типе данных. Так что имейте это в виду, если когда-нибудь будете делать это с другим типом данных, чем символы. Хорошо, позвольте мне продолжить и открыть файл, большую часть которого я написал заранее. И позвольте мне скрыть окно моего терминала и показать вам это. Итак, вот программа под названием compare. C-цель которой в жизни сравнить две строки. Я вернулся к использованию библиотеки CS50, потому что, по крайней мере, на данный момент, и возможно еще пару недель, намного проще получать входные данные от пользователя, используя функцию CS50getint. Но мы завершим сегодняшний день тем, что снимем и эти тренировочные колеса, чтобы вы могли увидеть, как на самом деле можно получать пользовательский ввод, не имея ничего специфичного для CS50. Итак, шестая и седьмая строки довольно скучны. Материал первой недели. Получите инцимени май, получите int с именем j и сохраните их в двух переменных i и j соответственно. Если i равно j, вы видите то же самое, иначе вы видите, что они разные. Позвольте мне просто оговориться ради экономии времени, я почти уверен, что этот код верен. Это даст два целых числа от человека. Он сравнит их и правильно скажет мне, одинаковые они или разные. И я докажу это, запустив команду make -compare. compare. И я веду 50 для i, 50 для j и это одно и то же. А теперь я сделаю как насчет 50 и скажу 13. А это совсем другое. Так что позвольте мне просто оговориться, что этот код действительно правильный. Сработал бы на первой неделе, работает и сейчас на четвертой неделе. Но позвольте мне теперь изменить его, чтобы сравнивать не два целых числа, а как я намекнул, может быть две строки. Так что позвольте мне пойти дальше и изменить эту строку кода, возможно на строку s равную getString, запрашивая у пользователя s. Тогда давайте изменим эту вторую строку здесь на строку t, просто чтобы пока имена переменных были короткими. А Ти – хороший выбор после из для чего-то подобного. Достаньте строку, подскажите человеку Ти. А затем давайте изменим наши А J здесь, чтобы поступить неправильно, в соответствии с интуицией ранее. Если S равно Ти, то распечатайте то же самое, в противном случае распечатайте, что они разные. Теперь, если я захочу, я мог бы снять хотя бы некоторые тренировочные колеса. Я мог бы заменить это на Char Star. Я мог бы заменить это на Char Star. Подойдет и то, и другое. Мне все еще нужна библиотека CS50, потому что я использую GetString. Потому что на самом деле, как мы сегодня сегодня увидим получить строки вручную, не используя библиотеку, сложно. Но я пока буду использовать стринг вместе с библиотекой. Хорошо, сделайте сравнение еще раз. Сравните с косой чертой. А теперь позвольте мне продолжить и вести, например, привет, восклицательный знак, видите, и привет, восклицательный знак, видите. И о они разные. Хорошо, они явно не похожи визуально, но они находятся под капотом. И у вас, вероятно, уже есть интуиция на этот счет, согласно которой то, что происходит под капотом, заключается в том, что мы случайно сравниваем два адреса памяти. Так что, собственно, давайте перейдем к делу. Давайте рассмотрим воспоминания. И позвольте мне сейчас уменьшить масштаб, чтобы у меня было больше байтов для игры. Таким образом, квадраты стали немного меньше, чем раньше просто чтобы мы могли вместить в них больше. И позвольте мне предложить, чтобы когда я объявляюсь в шестой строке мгновение назад, оно оказывалось где-то в памяти, например, в верхнем левом углу моей фотографии ради обсуждения, и когда я выполняю ту же самую строку кода, и вызывается строка get, и я вожу восклицательный знак хай. Мы знаем с первой недели, что строка get помещает ее куда-то в память компьютера. И я предложу, чтобы это было здесь, в левом нижнем углу экрана. Что происходит после этого? Ну, я знаю, хотя в целом мне все равно, что hi, восклицательный знак и символ null существуют по некоторому адресу, например, 0 на 123, 124, 125, 126 для обсуждения. А что в S? то же, что и до перерыва, 0 на 123. Так что это все, что снова происходит на шестой строке, что почти то же самое, что и тогда, когда мы получали S ранее. Но обратите внимание теперь на седьмую строку, когда я получаю вторую переменную с именем T, и снова вызываю getString. И по совпадению как человек, я печатаю то же самое. Ну и что здесь происходит? T получает свой собственный кусок памяти, может быть в правом верхнем углу. Эта вторая версия хай попадает куда-то еще в память. Компьютер мог бы быть умным и заметить, что это одно и то же. Но C, как правило, не делает этого за вас. Он просто помещает его куда-нибудь в другое место памяти. И возможно он находится по адресу 0 на 456, 457, 458, 459 или где угодно еще. Но вы, возможно, уже можете видеть, к чему это ведет t конечно же, содержит адрес этого первого байта. И поэтому в моем коде в девятой строке, когда я сравниваю с «идти на равенство», достаточно сказать, что они не равны из-за того, как строки расположены в памяти компьютера. Это действительно выглядит одинаково, там одни и те же значения. Но если мы абстрагируемся дальше, вы действительно можете увидеть, что S и T сами по себе не одно и то же. И как же нам это исправить? Или действительно, как нам удалось избежать этого на прошлой неделе, не проболтавшись и не спустившись в эту кроличью нору, объясняя, почему вы должны использовать Strong? Хорошо, если я вернусь к своему коду здесь, Давайте сделаем это сейчас правильно. Позвольте мне продолжить и включить строку кода, в которой говорится сравнение строк с запятой t, как в качестве входных данных. И затем, если вы помните, что возвращает сравнение строк, когда две строки равны, есть три возможных возвращаемых значения. Дэвидж, Малан, и так 0. И так единицы это если оно идет первым или вторым в алфавитном или эски -алфавитном порядке. Но пока я хочу просто 0. Если я хочу использовать сравнение строк, мне действительно нужна строка. H, значит строка. H действительно существует. Это не относится к CS50. В качестве типа данных нет ключевого слова string. Это относится к CS50. Но string H действительно существует. Так что я думаю, что теперь с этим изменением в строке 10, если я сделаю сравнение и сравнение с косой чертой, а затем снова запустите, наберите еще раз. Привет, восклицательный знак, привет, восклицательный знак, я думаю, что теперь они одинаковые. И просто в качестве повторной проверки, привет за главными буквами, может быть привет строчными это на самом деле разные вещи. Почему? Ну, стеркомпер, написанный другим человеком десятилетия назад, достаточно умен, чтобы знать, что он должен перейти к С и перейти к Т. Начать сравнивать их слева направо, остановившись, как только он достигнет одного или обоих нулей. Символы и возвращайте ноль только в том случае, если все в С и в Т точно совпадают. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу здесь? Есть ли какие-нибудь вопросы о том, почему мы используем стеркомпер? Хорошо. Если нет, дао. Посередине. Почему целые числа? Почему? Дэвидж. Малан, да? Так почему же? Почему это не так с целыми числами? Оказывается, это не так с целыми числами, с плавающими числами, с булами, с двойными числами, с длинными числами. Буквально все остальные типы данных работают корректно. Однако строки это нечто особенное. Они достаточно полезны в программировании, и на протяжении десятилетий авторы printf, авторы strl и множество других функций, strln, если уж на то пошло, просто относятся к строкам по-особому, потому что они просто полезны. Мы, люди, взаимодействуем с помощью языка, будь то английский или что-то еще. И поэтому просто полезно иметь в языке C свои его рода первоклассную поддержку этого понятия строк человеческого текста. Так что короткий ответ просто потому что, это просто необходимо, струны бывают разные. Они реализованы с этим адресом и символом null. Однако все остальное это просто значение. Но строка опять же это ложь во спасение. Это адрес. Это не вещь сама по себе. Хороший вопрос. Да, впереди. Как же так получилось? Дэвид Ш. Малан. О, действительно хороший вопрос. Итак, в моем коде здесь versus code что если я сделаю это. Вместо сравнения с TR, и вместо того, если S равно T, что если я начну играть с использованием Star S и Star T. Действительно интересный случай для рассмотрения. Давайте вернемся к нашему виду дедуктивной логики здесь. Итак, Star, сегодняшний оператор STISC, означает идите туда. Поэтому, когда я набрал привет один раз, а затем снова привет, например, в верхнем регистре, что находится по адресу S буквально. Кто-то другой. Что находится по адресу S? Да, так что не совсем так. По адресу. Так что нет. Какой адрес? Что находится по адресу 0 на 123? Дэвидж, Малан, Ха. А что находится по адресу 0 на 456? Дэвидж, Малан, Ха. Тоже. Так вот, вы вроде как жульничаете. Вы сравниваете первый символ обеих строк, но не каждый другой. Теперь вы могли бы быть действительно педантичны. И здесь опять же это нехорошее использование кода. Но вы могли бы это сделать. Если что, а как насчет этого сумасшествия? Итак, звезда S плюс 1 равна звезде T плюс 1. И вы могли бы сделать это для каждого персонажа вручную. Но именно поэтому существует сравнение строк. Оно делает все это за вас. Но вот почему. И это интуиция. Поэтому я бы тоже посоветовал вам, в любое время, когда происходит что-то странное есть. Я понимаю, что сейчас мы можем подорвать доверие, мы не сказали вам так много белой лжи. И таким образом почти все, что мы видели до сих пор, может объяснить практически все поведение вплоть до настоящего времени, начиная с первой недели в все. Так что позвольте мне вернуть это в правильное русло. Если сравнение S и T равно нулю, то это правильная версия кода. А теперь вот опять же где вы можете играть. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне очистить окно моего терминала, просто чтобы навести порядок. Позвольте мне избавиться от всего этого хлама с сравнениями. И давайте просто посмотрим, что происходит, как вы можете это сделать в своем собственном коде. Давайте распечатаем, например, как это могло бы быть на первой неделе, само значение s в новой строке через запятую s. А затем давайте просто распечатаем t, чтобы убедиться, что он компилируется и я не делаю ничего плохого. Но это будет не так уж интересно. И честно говоря, мне больше не нужен string h, потому что я не использую string. Так что сделайте адреса точками и косой чертой, вот мой. О, извините. Это весело. Здесь тоже нет TS. Не обращайте на это внимания. Давайте сделаем это снова. Сделайте. О, это неправильная программа. Касая черта с точкой, давайте сравним сравнение с косой чертой. И давайте наберем привет еще раз и еще раз привет. И теперь мы видим только две строки. Я не сравниваю. Но теперь мы можем как бы поиграть вокруг да около. Вместо того, чтобы печатать S, который печатает строку, как мне напечатать адрес в S? Мне просто нужно внести небольшое изменение. Если я хочу посмотреть не то, что находится в S, а я хочу увидеть S, адрес да. Измените S на процент P. Дэвидж, Малан, идеально. Поэтому измените процентов S в обоих местах здесь на процент P. Так что теперь принт будет рассматривать это буквально как адрес. Он не собирается делать ничего особенного с циклом слева направо в поисках символа null. Он просто выведет буквы S и T. Так что позвольте мне очистить свой терминал, запустить make compare ups. Давайте сделаем make compare dat slash compare. Ведите. Ведите привет, снова видите привет. И теперь вы видите, о как это интересно. Это не так просто, как другие значения, которые были незначительными, расстояние в одном байт. Они почти такие же. Но это значение за заканчивается на b0 это значение заканчивается на f0 значит они действительно разделены некоторым количеством байтов не одним а несколькими потому что эти строки действительно длиннее хорошо итак раз вы видели это здесь как мы теперь можем использовать это для решения других проблем что же позвольте мне предложить нам сделать это позвольте мне уменьшить масштаб здесь Позвольте мне сравнить поближе. И позвольте мне открыть другую программу, часть которой я написал заранее под названием копия. C. Так что копия. C теоретически создает копию строки. Как это сделать? В восьмой строке я делаю то же самое, что и раньше. Получаю строку, сохраняю ее в виде строки или звезды символов и запрашиваю ее у пользователя. Тогда я больше не буду просить получить строку. Я просто делаю копию супер просто со строкой 10 здесь строка t равна s. Теперь интуитивно я думаю, что именно так я бы скопировал переменную. Вот как мы копировали переменные каждую неделю до сих пор в c. Но что-то пойдет не так. В строке 12 на английском языке. Кто-нибудь хочет объяснить, что по-вашему делает строка 12. Не беспокойтесь о том, чтобы найти какие-либо ошибки или ошибки. Но что, по-видимому, делает строка 12, используя два верхних, благодаря библиотеке типа в c, для которой я включил файл заголовка. Да. Дэвидж. Малан, да, верно? Это что-то вроде уродливого синтаксиса. Но это похоже на то, что первая буква Т пишется с заглавной буквы и просто меняется. Поэтому у нас здесь скобка Т0, потому что мы хотим сохранить изменения. И мы переходим к двум верхним первым символам здесь. Так вот как мы делали заглавные буквы в прошлом. И теперь я печатаю S и T соответственно используя S. Так что по-моему это должно сработать. Я скопировал S и сохранил его в T в строке 10. А затем я меняю T и только T в строке 12. Но вы, возможно, сможете, если вам пока удобно, посмотреть, к чему это приведет, если я сделаю копию, копию с косой чертой. И позвольте мне на этот раз ввести восклицательный знак «Привет» в нижнем регистре всего один раз. Так что я нажму «Ввод». И посмотрите, что мы видим для значения «S» и «T». Новое значение «S» и «T» в конце моей программы похоже равно чему? Похоже, это одно и то же. Привет оба раза пишется с заглавной буквы. Так в чем же тогда заключается интуиция для этого? Почему это только что произошло? Да, сзади. Дэвид Ш. Малан, да, я назначил S и T1 и тот же адрес памяти. Так что он действительно скопировал S в T. Но C воспринимает это очень буквально. Что такое S? Это адрес. Что такое T? Это копия этого адреса. Если вы хотите скопировать всю строку целиком, как и ожидал бы нормальный человек, и вам или кому-то другому придется проделать гораздо больше работы. Вы должны пойти по этому адресу, скопировать этого персонажа, этого, 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 и скопировать его в новое место и в память. Это не происходит автоматически здесь в S. Это работает и на некоторых других языках для тех из вас, кто программировал на определенных языках более высокого уровня. Это работает именно так, как вы надеялись. И это одно из преимуществ Python и других языков, которое мы скоро увидим. Но пока мы буквально принимаем это за чистую монету, скопируйте адрес по этому адресу, и я сделаю это более понятным, избавившись от ключевого слова string, которое опять же является просто тип-дев. Технически это адрес здесь. Технически это адрес здесь. Так что копируется значение этого адреса, а не все символы, которые вполне могут следовать за ним. Поэтому я должен сделать здесь тоже одно замечание. У меня войдет в привычку избегать ошибок сегментации, потому что здесь все может пойти не так. Например, в строке 12 ранее я как бы слепо, наивно, опасно предполагал, что в S или T будет хотя бы один символ. Возможно, это не так. Если пользователь просто нажмет Enter, то там не будет символов в верхнем регистре. Так что это безрассудно с моей стороны и теоретически может привести к ошибке SEC. Так что мне, вероятно, следует начать быть умнее и сказать что-то вроде этого. Если длина T больше нуля, окей, теперь можно смело писать первую букву с заглавной буквы. И это уменьшит вероятность этих ошибок сегментации, если просто не делать никаких предположений о том, что делает человек. Почти всегда ваши программы выходят из строя, когда вы допустили ошибку, да, но пользователь вводит данные, которых вы сами не ожидали. Так как же все это выглядит в памяти? Что же, давайте вернемся к большой сетке, на этот раз сосредоточившись на копировании значений. И давайте сделаем это. Вот S, как в этой новой программе, только что объявленной звездой чар. Вот где мой верхний регистр, возможно, оказался в памяти компьютера. Это вероятно 0 на 123, 124, 125, неважно что-то в этом роде. И это, конечно же, то, что заканчивается значением s. Когда я объявляю t, я получаю вторую переменную с именем t, как и раньше. Но когда я копирую s в t, что происходит? на самом деле это буквально 0 на 123. Какова бы ни была ценность S, теперь она также является ценностью T. И поэтому если мы абстрагируемся от этого на высоком уровне, избавимся от всех этих лишних квадратов, это то, чем сейчас являются S и T. Они действительно копии, но копии друг друга, а не копии основных персонажей. И поэтому если вы проследите за этими стрелками и попытаетесь распечатать их обе, написав за главные буквы одну или другую, вы, к сожалению, в конечном итоге будете писать за главные буквы не только одну из них, S, но и обе S и T. Потому что буквально это один и тот же адрес. Тогда есть какие-нибудь вопросы по этой визуализации? Да. Дэвид Ш. Малан. Хороший вопрос. Это пропуск по ссылке? Мы не видели. Мы не видели подробно подобного примера. Прямо сейчас вы копируете по значению. Но ссылки вступят в игру. И напомните мне немного, если я еще не использовал этот термин. Но это просто копирование вещей ПО. Это могло плохо закончиться ценность. Другие вопросы. Нет хорошо и так имея это в виду, как нам на самом деле правильно копировать вещи. Для этого нам действительно нужен еще один строительный блок. Поэтому сегодня мы даем вам две функции, одна из которых называется Meloc, одна из которых называется free. И они постоянно используются практически любым программным обеспечением, которое мы с вами используем на наших компьютерах Mac, ПК и телефонах. Независимо от того, написано ли оно на C или на каком-либо эквивалентном другом языке, malloc предназначен для выделения памяти. Это функция, которую вы можете использовать, чтобы запросить у операционной системы macOS, Linux, Windows, у чего угодно, некоторые количество байт 1 байт 100 байт гигабайт памяти вы можете заранее запросить у мелок столько памяти сколько захотите он вернет вам адрес первого байта памяти который он нашел свободным для вас в отличие от строки он не завершается нулем и поэтому опасность малолок в том что он находится в системе чести если вы просите 1 байт или 10 байт вы программист в переменной должны помнить сколько байтов вы запросили 1 или 10 или тому подобное я сделаю это для вас но не тогда когда мы уже достигли такого низкого уровня малок просто даст вам немного много памяти, и вам решать, как с ней справиться. Free делает все наоборот. Когда вы закончите с каким-то куском памяти, вы можете освободить его, передав тот же адрес, и просто вернуть его в macOS, Windows или Linux, и сказать, что я закончил с этим. Вы можете позволить мне использовать это для чего-то другого позже. В качестве отступления, если ваш компьютер когда-либо зависал или зависал, все это возможно просто самопроизвольно перезагружается. Еще одна причина подобной ошибки может быть в том, что вы пишете программу с ошибкой, которая постоянно повторяет-повторяет. Для этого требуется все больше и больше памяти, но вы совершаете ошибку, и никогда ее не освобождаете. Что же, в конце концов, компьютеру буквально не хватит памяти, и что-то пойдет не так. И это часто бывает, когда компьютеры зависают. У них просто не хватает памяти. Там есть память, но программа пыталась использовать ее слишком много бесконечно. Так что это тоже будет ошибкой, которую некоторые из нас наверняка совершат в ближайшие недели. Но надеюсь, теперь вы увидите решение. Так что позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. И позвольте мне предложить нам поступить следующим образом. Я на мгновение спрячу окно своего терминала. И я собираюсь представить здесь еще один заголовочный файл. И я обещаю, что их будет не так уж много. Но это называется стандарт лип h для стандартной библиотеки. И в этом файле находятся объявления, прототипы для Mellock и Free, а также куча других вещей. Теперь это позволяет мне управлять собственной памятью. Так что давайте сосредоточимся на строке 11. Строка 11 – это то место, где я раньше ошибался. Потому что концептуально я хочу скопировать всю строку целиком. Но, конечно, я копирую только скромно отдельный адрес. Так как же мне скопировать всю эту чертову штуку целиком? Ну что же, мне нужно сделать вот что. Когда я объявляю T адресом чего-то в памяти, почему бы мне не установить те адресом свободного фрагмента памяти? Поэтому позвольте мне попросить операционную систему дать мне столько-то байт. Скажите мне, каков адрес. И я собираюсь изначально сохранить его в ти, просто чтобы знать, где для меня есть свободное место. Так как же мне это сделать? Ну, очень просто, я вызываю мелок, а затем передаю нужное мне количество байтов. Теперь, что касается восклицательного знака, я думаю, мне нужно 3. Хотя, подождите, нет. Мне действительно нужно 4 из-за символа null. Но я не думаю, что мне следует так жестко кодировать числа. Потому что кто знает, что человек собирается вести. Так что, что я действительно могу использовать стрлен из S, а затем плюс один. Это запросит у мелок столько байтов, сколько соответствует количеству символов, введенных человеком плюс один, опять же для символа null. Так что это просто умно и оборонительно, а не выбирать число самому. Но теперь все, что ти, это указатель, если хотите, на какой-то случайный кусок свободного пространства. Так что там пока ничего нет. Или там есть биты. Но кто знает, какова их ценность. Они, конечно, не идентичны тому, что ввел человек. Теперь я должен это сделать. Так как же я могу скопировать одну строку в другую? хорошо, позвольте мне сделать это. Вместо того, чтобы пока что писать что-то за главные буквы, позвольте мне сделать это. Как насчет четырех int, я получу 0, а меньше длины s, а затем i++. Поэтому я собираюсь повторить итерацию по всей длине строки. И здесь я просто сделаю это. А и краткое символ в t должен быть идентичен а ему символу в s. Поэтому я просто буквально копирую справа налево каждый символ в S. И я могу верить, что в T достаточно памяти. Почему? Потому что я просил столько байт плюс один. Теперь здесь технически ошибка. На самом деле мне вероятно следует это сделать. Я должен сделать здесь плюс один. Или если вы предпочитаете, я должен сделать меньше или равно стрлен. Но я думаю, что немного ясно, что нужно сделать плюс один. Почему я в первый раз хочу выйти сразу за границу S и скопировать еще один байт? Дэвидж, Малан, да, мне нужен символ null. Технически я мог бы добавить его вручную с помощью какой-нибудь дополнительной строки кода. Но с таким же успехом я мог бы просто скопировать его. Потому что обратная косая черта 0, это обратная косая черта 0. Так что на этот раз, вероятно только на этот раз, разумно и правильно выйти за пределы вашей строки, чтобы скопировать завершающий символ null. Чтобы компьютер также знал, где заканчивается t. И теперь я думаю, что могу сделать немного более безопасно вот что. Позвольте мне спуститься сюда и сказать t скобка 0 равна двум верхним значениям t из двух верхних значений t скобки 0. Та же строка кода, что и раньше. Если я действительно хочу быть в безопасности, мне вероятно следует сделать это. Так что если значение t больше нуля, значит там по крайней мере один байт. Окей, теперь можно безопасно вслепую писать первый символ за главной буквы. И я думаю, что теперь это приводит меня в лучшую форму. Так что позвольте мне попробовать это прямо сейчас. Позвольте мне открыть свой терминал сделать копию, копию с косой чертой. На этот раз я собираюсь ввести восклицательный знак «Привет» в нижнем регистре, скрестив пальцы. И теперь, если я увеличу масштаб, в данном случае действительно будет заглавная буква «Т», а не «С». Так наглядно, позвольте мне переключиться сюда. Вот как и прежде переменная s, указывающая на привет во всех строчных буквах. Однако, когда я вызываю мелок, это дает мне кусок памяти, в котором я собираюсь сохранить адрес в t. Итак, если t это какая-то другая переменная, как в моем коде, и есть какой-то другой доступный кусок памяти, я не знаю, где он находится. Но давайте предположим, что как всегда он находится в 0 на 456, 457, 458, 459. Таким образом, всего 4 байта. Что сейчас происходит? Ну, те определяется как указывающее на это. Потому что это то, что дает нам мелок, адрес первого байта свободной памяти. А теперь с циклом for я просто повторяю его, копирую букву h, затем букву i, затем восклицательный знак, а затем для наглядности обратную косую черту 0 вместо этого. Вопросы по этому процессу здесь. Дэвидж, Малан, действительно хороший вопрос. Если бы я опустил в своем коде плюс один и не сделал меньше или равно, так что я копирую четвертый байт, скорее всего в этой программе потому что она такая короткая. Вы бы не заметили, что есть фактическая ошибка. Но что может произойти так это то, что когда я вызываю print в если там нет нулевого байта, он может напечатать HI, восклицательный знак. Какие-то случайные значения, какие-то случайные значения, какие-то случайные значения, какое-то случайное значение. До тех пор, пока не повезет и там случайно не окажется байт 0, например, нулевой байт. Так что если вы каким-то образом не включите нулевую обратную косую черту, это произойдет. И я говорю каким-то я мог бы даже это сделать. Технически я мог бы просто скопировать длину строки s, и здесь в самом низу я мог бы сделать что-то вроде t скобки, а извините, ти скобка стрлен вместо t. Я мог бы это сделать но в этом просто нет необходимости. Я мог бы вручную добавить его в конец строки. Но опять же я бы сказал, что проще просто позаимствовать, то есть скопировать, то что уже есть в S, потому что в конце концов это одно и то же. Хороший вопрос. Другие вопросы по этому вопросу сейчас правильно копируются. Хорошо. Есть ли здесь какие-то возможности для улучшений? Что же, позвольте мне предложить небольшую оптимизацию. Это своего рода возврат к первой неделе. Оказывается, что, возможно, моя строка 13 здесь, где у меня есть этот цикл for. Теперь, когда я снова и снова делаю что-то в циклах и использую такую функцию как strlen, это правильно. Он будет повторяться от нуля и далее до длины i, длины s плюс 1. Но с моей стороны немного глупо писать этот цикл for таким образом. Почему? Ну вот моя инициализация слева. Вот мое условие посередине. И вообще вызов функции внутри вашего условия, вероятно, не очень хороший дизайн. Почему? Почему для меня плохо вызывать функцию, подобную Strlen, в этом состоянии в середине моего цикла for? Да, Дэвидж, Малан, да, вы просто вызываете ее снова и снова без всякой причины. Длина буквы С никогда не меняется. Так почему же вы тратите впустую время каждого, вызывая Стрлен из -E снова, 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 просто чтобы проверить это неравенство? Меньше ли А этого значения? Оказывается, если вы еще этого не обнаружили, мы можем провести небольшую оптимизацию, которая не имеет ничего общего со строками или указателями, просто с улучшенным дизайном. На самом деле я могу определить сразу две переменные. Я мог бы сделать это. Позвольте мне убрать все это условие. И позвольте мне добавить запятую после того, какая равно нулю, установить n или любую переменную, равную strln s плюс 1. А затем после точки с запятой просто задайте вопрос «пока i меньше n». Так что это почти то же самое. Но обратите внимание, что мое условие в самой середине этого цикла — это, по крайней мере, сравнение двух статических значений. n никогда не меняется. Извините, одно статическое значение. n никогда не меняется. Все, что меняется, это я. Но я не буду по глупости звонить «Стрлен, Стрлен, Стрлен» снова и снова. Почему? Ну и как же работает Стрлен? Аналогично по духу принтв, Стрлен, учитывая имя строки, смотрит на первый символ — а затем начинает просматривать всю строку в поисках символа null. И мы видели это на второй неделе, подсчитывая сколько там символов. Так что это просто пустая трата времени снова и снова. Весь путь наверх так и этак. Дэвидж, Малан полностью. Если бы вы хотели использовать N несколько раз, вы могли бы полностью вынуть его из цикла for, поместить сразу после определения S и повторно использовать N снова и снова. Абсолютно верно. Но в целом подумайте вот о чем. При проектировании циклов, Хотя современные компиляторы, такие как Clang, действительно могут решить эту проблему, эту неэффективность для вас. Хорошей практикой было бы не вызывать функции без необходимости, особенно если ответ всегда будет одним и тем же. Все в порядке. Так что же еще мне, возможно, следует здесь уточнить? Хорошо, как насчет того, чтобы я сделал напоследок одну вещь и просто прокомментировал, что именно здесь может пойти не так. Ну, пара вещей. Ну, на самом деле, это тоже просто глупо. Конечно же, кому-то до меня в мире уже приходилось копировать строку. Конечно, есть такая функция, как строкпи, может быть как Стеркампа, как Стерлен. И она действительно есть. Так что позвольте мне предложить, чтобы мы действительно избавились от всего этого цикла фор, и просто вызвали функцию strcp без o просто strcp, и введите пункт назначения, который сначала является t, а затем источник, который вы хотите скопировать в пункт назначения. И это полностью заменит весь этот цикл. Так что опять же я сначала продемонстрировал цикл, просто чтобы быть очень педантичным в этом отношении. Но это пустая трата времени. Вы впустую тратите время на написание строк кода, которые вам не нужны. strcp — это то, что вы можете использовать здесь вместо этого. И так было всегда. А что еще я могу сделать? Ну и в качестве последнего замечания, оказывается, что на самом деле в этом коде есть весь вещи, которые могут пойти не так, даже помимо того, что строка слишком короткая. Если человек просто нажимает Enter, а символов нет, я не хочу слепо писать за главной буквой первый несуществующий символ. Вот почему я добавил это условие «Если». Но есть и другие вещи, которые могут пойти не так. И мы представляем их вам сегодня. Оказывается, что такие функции, как getString, и такие функции, как malloc, возвращают потенциально особое значение. И что удивительно, это также называется нал, но с двумя буквами L. Хорошо, так что левая рука и правая рука не так хорошо разговаривали десятилетия назад. Ноль это обратная косая черта ноль. Это один символ, как это всегда было вот уже пару недель. Технически нал это указатель. Это адрес, но это нулевой адрес. Это похоже на верхний левый угол, если хотите памяти вашего компьютера, в который, по соглашению, просто ничего не должно входить. Так что ноль это синоним нуля, но это конкретно адрес. Теперь скажите, почему это полезно. Хорошо, предположим, что в моем коде здесь что-то пошло не так со строкой get. Предположим, что вы немного сошли с ума и ввели слишком длинную строку. Это не просто привет, а целое текстовое эссе. А в компьютере недостаточно памяти. Как передать строковый сигнал программисту, вау, это слишком большая строка, я не могу уместить ее в памяти. Ну, мы никогда вам этого не говорили. Но все это время выясняется, что getString вернет это специальное значение, называемое null, если что-то пойдет не так. Так что, чтобы быть действительно осторожным сейчас,

вам следует сделать что-то вроде этого. Если S равно буквально нулю, то вам лучше полностью выйти из программы и вернуть значение 1 или 2 или 3, чтобы показать, что что-то пошло не так. Не идите дальше. Аналогично с Мелок. Возможно, если вы запросите слишком много памяти, это может привести к сбою. Особенно, если вы сейчас просите удвоить объем памяти после того, как человек что-то ввел. Итак, если T равно нулю, то знаете что. Давайте также вернем единицу или какое-нибудь другое значение, чтобы просто убраться до того, как что-то выйдет из строя или зависнет и у человека. Так что, честно говоря, я склонен не всегда делать это на занятиях, потому что код становится таким раздутым и сложным. Но вам абсолютно необходимо начать делать это на практике. В противном случае вы будете нести ответственность за зависание, сбои и перезагрузки, с которыми в противном случае могут столкнуться пользователи в реальном мире. Конечно, если мы сейчас доберемся до сути этой программы, невероятно следует явно или неявно вернуть ноль чтобы просто показать, что все прошло успешно. Но есть еще одна вещь, которую я не сделал. Мы представили молоко. Но что, как я утверждал, также существовало? Бесплатно. Дэвид Ш. Малан так свободно. Я тоже сейчас немного безрассуден. Здесь я не практикую то, что проповедую. Я прошу у компьютера память через GetString, я прошу у компьютера больше памяти через Мелок, и технически я никогда не отдам ее обратно. Так что на самом деле то, что я должен делать в самом низу своей программы, это освобождение памяти, о которой я просил. Так что отныне это правило закон, если хотите на языке C, всякий раз, когда вы выделяете память с помощью мелок или некоторых других функций. Вы, программист, должны освободить ее, когда закончите с ней. Это немного преувеличение, потому что технически, когда программы завершают работу, они автоматически освобождают память. Так что вы не собираетесь ломать чей-то Mac или ПК, потому что у вас обязательно есть эта ошибка. Но для программ, которые работают постоянно, например, кто-то держит Chrome, свой браузер открытым, Microsoft Word или тому подобное, произойдут плохие вещи. Если со временем вы никогда-никогда никогда не позвоните бесплатно, а программа продолжит работать. Так что всегда берите это в привычку здесь. Вам не нужна свободная память, получаемая из строки GET, потому что библиотека CS50 автоматически освобождает ее для вас. Но вы в любое время, когда вы впредь будете использовать мелок, как вы это сделали или я здесь, вы должны освободить его, просто передав тот же адрес, который вы получили обратно. Теперь вопросы по мелок и free. Вопросы? Да. Дэвидж Малан, действительно хороший вопрос. Так что фри просто. Так что же делает фри? Free? Соу-фри so free просто дает компьютеру знать, что вы закончили с этим куском памяти, а это означает, что если у вас есть еще одна строка кода в другом месте, эта же память может быть использована повторно и может использоваться снова и снова. И это, безусловно, будет необходимо для любой длительной программы. Вы не можете постоянно запрашивать память. В конце концов, она у вас закончится. Поэтому вам нужно освободить ее таким образом. Другие языки в сторону. Python еще одна мотивация через пару недель, потому что это будет Python, а некоторые другие языки справятся со всей этой головной болью за вас. Но все цель здесь состоит в том, чтобы действительно использовать эти возможности самим. Хорошо. Так что получается, что почти все в комнате, все в комнате, включая меня, вы облажаетесь, когда дело дойдет до чего-то связанного с памятью, если вы еще этого не сделали. Ошибки Sega ⁇ это ваше будущее. Но надеюсь, есть инструменты, с помощью которых вы сможете обнаруживать эти проблемы и исправлять их проактивно, а не просто использовать принт. Или дебаг 50, или резиновую утку. На самом деле у нас есть еще один инструмент, которым мы можем снабдить вас прямо сейчас, который поможет вам найти некоторые ошибки. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне закрыть копию. C. Позвольте мне открыть программу, которую я написал заранее, под названием Memory. C, которая не делает ничего действительно интересного. Но в ней будут две ошибки. Обратите внимание, что я, как всегда, включил стандардио. H. Я также включил стандардлип. H, который сейчас необходим для всего, что связано с мелок и или фри и тому подобным. Шестая строка. Немного странно, что я здесь сделал. Но это ручной способ запросить достаточно памяти для массива. На второй неделе, как мы можем запросить память для массива? Вы очень просто говорите, int x3, и это дает вам массив под названием x 3 размера. Но если вы сделаете это вручную сейчас, используя мелок, все, что вам нужно сделать, это использовать синтаксис, подобный этому. Вы вызываете мелок, вы просите три вещи, независимо от того, насколько велик int. Теперь мы знаем, что это 4. Так что вы могли бы буквально написать здесь 12. Но это более общий термин. Таким образом, трехкратный размер целого числа даст вам 12 динамически. А что возвращает мелок? Адрес первого байта, который вы получите обратно. Куда я хочу это поместить? Ну, я хочу поместить это в переменную. Теперь переменная не может быть просто int x, потому что это число. Это не адрес как таковой. Если я хочу сохранить этот адрес в переменной, я мог бы назвать его x, я мог бы назвать его π. Но int-звезда x просто означает, что x теперь является адресом фрагмента памяти, в частности фрагмента памяти, который достаточно велик не для одного, а для трех целых чисел. Хорошо, я просто как бы наивно помещаю наших старых друзей 72. 73,33 в первое, второе и третье места в памяти. Но, возможно, основываясь на второй или четвертой неделе, я явно облажался здесь в нескольких отношениях. Кто-нибудь хочет выявить хотя бы одну ошибку? Что я сделал не так? Вы начинаете с нуля, а не с единицы. Дэвидж, Малан, да, теперь это любительский материал. У меня должна быть нулевая индексация, а не одна индексация. Так что в конечном счете это должно быть 0, 1, 2. А другие ошибки, которые может быть более специфичны для четвертой недели? Другие ошибки. Это более тонко. Да, Дэвидж. Малан, я ведь не освобождаю память, верно? Так что я не практикую то, что проповедую, освобождая эту память. Теперь предположим, что это не очевидно. И честно говоря, по прошествии часа или двух это еще не должно быть очевидно. Это пройдет со временем. Как я мог найти эти ошибки в программном обеспечении, они просто пялиться на вещи или просить кого-то о помощи. Что же, позвольте мне предложить вот что. Позвольте мне сначала запустить Make Memory для компиляции программы. И похоже, это работает, выглядит нормально. По крайней мере, синтаксических ошибок нет. Память с точечной косой чертой, обратите внимание, похоже, тоже работает нормально. Сейчас эта программа не делает ничего интересного. Здесь нет print или чего-то в этом роде. Но она не вышла из строя. Ошибки сегментации нет. Но это не значит, что в программном обеспечении нет скрытых ошибок. И это, к сожалению, относится ко всему современному программному обеспечению. В Chrome Micro. Microsoft Word и других программах наверняка есть ошибки, связанные с памятью, которые люди в Google и Microsoft еще не обнаружили. Но есть инструменты, по крайней мере, для поиска наиболее очевидных из этих ошибок. И сейчас мы собираемся познакомить вас с программой под названием Wellgrind. Итак, Wellgrind – это довольно причудливая программа. Но мы будем использовать ее для очень простых целей. Мы рассмотрим ваш код и найдем ошибки в памяти по мере его выполнения, и постараемся помочь вам понять, где они находятся. Поэтому позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. С памятью, похоже, все в порядке. Я чувствую себя так. Хорошо, я собираюсь отправить это домашнее задание. Все хорошо. Никаких Сообщений об ошибках. Это уже не так. Теперь вам нужно еще немного покопаться в своем коде, чтобы посмотреть. Может быть, там все еще есть какая-то ошибка. Так что позвольте мне сделать это. Велгринд, а затем пробел. Точка, касая черта памяти. Так же, как и Debug 50, вы запускаете его в программе, которую уже скомпилировали. Велгринд, я собираюсь запустить его в программе, которую я уже скомпилировал. Позвольте мне увеличить масштаб окна моего терминала, чтобы мы могли сразу увидеть больше. И войдите. Хорошо, вывод безумно загадочный, без всякой уважительной причины. Там много цифр и знаков равенства. Там много беспорядка. Но здесь есть кое-какая пикантная информация. И позвольте мне начать сверху вниз. Недопустимая надпись четвертого размера. Таким образом, запись означает изменение значения, чтение означает доступ к значению. И это опять же эзотерика, как и многие наши сообщения об ошибках. Но похоже, что после выделения блока размером 12, а затем появляются эти странные 16-речные обозначения. Там есть какое-то упоминание о мелок. Но, честно говоря, самая пикантная часть здесь память. Си шестая строка. Это, вероятно, моя вина. Так что давайте посмотрим на шестую строку этого вывода. Позвольте мне уменьшить окно терминала, посмотрите на шестую строку. Окей, теперь уместно 12. Если вы произвели в уме подсчеты размера n умноженного на 3, то здесь каким-то образом замешано 12. Но шестая строка сейчас происходит рядом здесь. Вот откуда взялось воспоминание. Что это такое? Позвольте мне у увеличить изображение еще раз. Где здесь недопустимая запись четвертого размера? Что, возможно, здесь не так? Недопустимая запись четвертого размера. Что это значит? Это похоже на очень технический способ объяснения. Ошибка на самом деле находится на одну строку позже, в седьмой строке, как мы уже определили. Да, Дэвидж, Малан действительно. И я говорил с мгновение назад. Ошибка действительно возникает здесь, в девятой строке. Таким образом, после выделения памяти я каким-то образом неправильно записываю 4 байта. И, к сожалению, на вас лежит ответственность за то, чтобы дедуктивно продумать, что это может означать. Но я явно касаюсь 4 байт памяти в этих нескольких строках кода, чего не должен был делать. И надеюсь здесь, поскольку Лампочка уже перегорела ранее. Ой, я не занимаюсь нулевой индексацией. Окей, это должно означать, что третья скобка X, как вы знаете, просто слишком далеко за пределами объема памяти. Поэтому я неправильно записываю 4 байта, чего не должен был делать. Так что опять же это не очень очевидно. Это не очень удобно для пользователя. Но по крайней мере это дает вам представление о том, где находится эта ошибка. Так что исправление будет заключаться в том, чтобы довольно просто изменить единицу на 0, двойку на единицу и тройку на двойку. Это исправит ситуацию. Но все равно есть вторая ошибка. И позвольте мне еще раз взглянуть на зашифрованный вывод. Кратко изложение кучи, там кое-что есть, окей, здесь это звучит не очень хорошо. 12 байт в одном блоке определенно потеряны в записи потерь один из одного. Очень загадочный вывод 2. Но, опять же, явно связанный с шестой строкой, нашим распределением памяти. И здесь тоже не очевидно, в чем заключается решение. Но память потеряна. Он же утечка памяти. И теперь дедукция в некотором роде зависит от вас. Что происходит утечка? О, подождите. Я не звонил бесплатно. И поэтому второе решение здесь, вероятно, состоит в том, чтобы освободить x в самом конце программы. И если вы действительно действительно хотите быть педантичным, вам, вероятно, следует проверить, как я предлагал ранее, если x равно нулю, просто убирайтесь сейчас, пока вы еще можете. И даже не трогайте эти другие строки кода. Но если вы докопаетесь до сути, верните 0. Но на самом деле вывод таков. Я исправил нулевую индексацию массива, чтобы избежать недопустимой записи четвертого размера. И теперь я освобождаю память, которую просил. Так что утечки быть не должно. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Сделайте память, точечную косую черту памяти. Пока никаких видимых ошибок. Но позвольте мне теперь снова увеличить окно терминала, Выполнить Велгринд well памяти с точечной косой чертой, скрестив пальцы, и теперь все блоки кучи были освобождены, утечки невозможны. Я не вижу никаких недопустимых записей. По-прежнему остается безумное количество выходных данных. Но ни одна из них не является ошибочной. Это неплохо. Теперь я исправил свои ошибки в памяти. И так что теперь мой TA, мой Т.В. они тоже не найдут их, потому что, по крайней мере, Велгринд well активно сделал это за меня. Тогда вопросы по Велгринд? Well как правило, это те два типа ошибок, о которые вы можете споткнуться. Больше ничего особенного на пути тайного вывода нет. Тогда есть вопросы по этому поводу? Нет, хорошо, что еще может происходить? Значит, кто-то намекал на это ранее. Что происходит, когда вы, например, забываете нулевой терминатор или вообще начинаете копаться в памяти, о которой вы сами не просили? Или смотрите на значения, которые вы туда не водили? Что же, позвольте мне открыть это. Код мусора. Си в честь Оскара, своего рода ворчуна здесь. А вот простая программа, если я скрою окно своего терминала, которое просто делает что-то произвольное. Я сначала объявляю массив, называемый баллами. Но я сделал его безумно большим, например, 1024. Это много целых чисел. Но пусть будет так. А затем я интегрирую по этим целым числам. И я распечатываю каждую из этих оценок. Поэтому я использую здесь синтаксис второй недели. Но основываясь на этой программе, что я явно не сделал из того, что сделал на второй неделе. Я выделил массив. Я печатаю массив. Но-но-но. Дэвидж. Малан. Да, я не инициализировал никаких значений для этого массива. На второй неделе мы не делали 1024. Мы сделали около трех. И я набрал три результата теста или что-то в этом роде. Здесь я выделяю памяти даже больше, чем это, просто потому… Что я действительно хочу быть драматичным в том, что я демонстрирую. Но я ничему не инициализирую эти значения. И вот здесь оказывается, что все, как правило, если вы не инициализируете переменную или не инициализируете массив с явными значениями, там будут мусорные значения, так сказать. Остатки этой памяти ранее использовались, вероятно, какой-то другой вашей функции, какой-то библиотечной функцией или чем-то еще во время работы вашей программы. Это не имеет большого значения для такой сверхмалой программы, как эта. Но для чего-либо значительного память будет использоваться и неиспользуемая, и используемая и неиспользуясь используемое, которое распределяется и освобождается снова и снова. По умолчанию в памяти компьютера будет много мусорных значений. Итак, если я открою окно своего терминала здесь, позвольте мне сделать make garbage. Позвольте мне увеличить масштаб моего терминала, чтобы мы могли видеть результат. Когда я запускаю мусор с косой чертой, теоретически я должен увидеть 1024 целых числа, но ни одно из них не было инициализировано. Теперь мне повезет с некоторыми из них. И похоже, что вау, окей, многие из них инициализированы нулем. И действительно в некоторых контекстах инициализирует память для вас до нуля, по крайней мере в начале, но как правило не снова и снова. Но если я начну прокручивать назад во времени этот массив размером 1024, откуда взялись эти значения? Значит просто случайные положительные и отрицательные числа, перемежающиеся нулями? Ну, это потому, что я буквально копаюсь в случайных 1024 байтах памяти компьютера. Кто знает, что там? Итак, урок здесь состоит в том, что мусорные ценности действительно являются этим термином R. Это означает, что переменная, которую вы могли бы определить, которую вы могли бы объявить. Если вы не дадите ей явное значение. Кто знает, что там будет? И урок здесь таков. Просто не делайте этого. Всегда инициализируйте переменные чем-то либо сами, либо побуждая человека к этому. Вопросы о значениях мусора. Вы иногда увидите их, если будете печатать то, что не должны, или касаться массивов за их границами. Хорошо. Так что может быть, чтобы сделать это немного нагляднее, оказывается, что с указателями, к сожалению, многое может пойти не так. И мы видели некоторые из них. А вот еще одна программа, которая немного надумана. Она очень проста. И она просто манипулирует ценностями. Сама по себе она не приносит ничего полезного, кроме демонстрации некоторых современных концепций. Поэтому в основном здесь позвольте мне предложить объявить указатель с именем X, который, по-видимому, в конечном итоге будет хранить адрес целого числа. Вот еще один указатель с именем Который также будет хранить адрес целого числа. Здесь и сейчас я выделяю достаточно памяти, чтобы вместить одно целое число. Технически сейчас их 4. Мы это знаем, но размер int просто дает мне этот ответ динамически. Так что он будет работать на всех системах. И я собираюсь сохранить адрес, который Мелок найдет для меня, в X. Затем я иду в X и ставлю там цифру 42. Хорошо, почему? Здесь что-то вроде смысла жизни вселенной и всего остального. Но звезда x опять же просто означает пойти по этому адресу и поставить там значение. Так почему же? Я не знаю. Но на данный момент это просто правильно. А как насчет этой строки здесь? Звезда y равна 13. В данном случае вам не повезло. Что плохого в этой строке здесь звезда y? Сейчас это комбинация современных примитивов и этой точки здесь. Да, Дэвидж, Малан, да, мы не просили компьютер выделять какое-либо пространство. Поэтому y ни в какой точке не инициализировался знаком равенства. Итак, что же так сказать находится внутри y? мусорное значение. Может быть оно равно нулю, что неплохо, потому что, по крайней мере, это приятно и просто. Но может быть это какое-то безумно большое положительное число или какое-то безумно большое отрицательное число. В любом случае, скорее всего, если я случайно отправлюсь по этому адресу или по тому адресу со звездой Y, произойдут плохие вещи. Так что позвольте мне сделать предложение. Хорошо, давайте не будем этого делать. Давайте вместо этого сделаем вот что. Назначим Y равным X. И мы уже делали это раньше. А затем я могу перейти к Y прямо сейчас и изменить то, что было 42 на 13. Опять же, почему? Это просто в образовательных целях. Но на данный момент это не при к сбою, потому что я отменяю ссылку Y только на звезду Y после фактического присвоения ей значения. Хотя и дублирующее значение, аналогичное нашему примеру копирования ранее. Таким образом, наши друзья из Стэнфорда собрали замечательный визуальный образ. Он длится около двух минут. Позвольте мне резко приглушить свет, если бы мы могли, и поиграть с тем, что происходит с памятью, когда вы совершаете подобные плохие поступки. Привет, Бинки! Проснитесь! Пришло время повеселиться! Что это? Вы узнали об указателях? О, здорово! Ну что же, для начала, я думаю, нам понадобится пара указателей. Хорошо, этот код выделяет два указателя, которые могут указывать на целые числа. Хорошо, я вижу эти два указателя. Но они, похоже, ни на что не указывают. Это верно. Изначально указатели ни на что не указывают. Вещи, на которые они указывают, называются указателями. И их установка – это отдельный шаг. О, верно, верно. Я так и знал. Указатели – это отдельные пункты. Так как же вы распределяете указатели? Хорошо, этот код выделяет новый целочисленный указатель, и эта часть устанавливает x, чтобы указать на него. Эй, это выглядит лучше. Так что заставьте его что-нибудь сделать. Хорошо, я отменю ссылку на указатель x, чтобы сохранить число 42 в его указателе. Для этого трюка мне понадобится моя волшебная палочка для отмены ссылок. Ваша волшебная палочка для отмены ссылок? Это здорово. Вот как выглядит код. Я просто наберу номеры. Эй, посмотрите. Вот и все. Таким образом, удаление ссылки на X следует за стрелкой, чтобы получить доступ к ее указателю, в данном случае к магазину 42 там. И попробуйте использовать его для запоминания числа 13 с помощью другого указателя Y. Бинки, хорошо. Просто подойдите сюда к Y и установите число 13, а затем возьмите палочку отмены ссылок и просто вау. О, привет! Это не сработало. Скажите, Бинки, я не думаю, что удаление ссылок на Уай хорошая идея, потому что установка указателя ⁇ это отдельный шаг. И я не думаю, что мы когда-либо это делали. Хорошее замечание. Да, мы выделили указатель Y, но мы никогда не устанавливали его так, чтобы он указывал на точку. Вы очень наблюдательны. Эй, вы хорошо выглядите, Бинки. Вы можете исправить это так, чтобы Y указывал на ту же точку, что и X? Конечно. Я воспользуюсь своей волшебной палочкой для назначения указателей. Это будет проблемой, как и раньше? Нет, это не касается указателей. Это просто меняет один указатель так, чтобы он указывал на то же самое, что и другой. О, я понимаю. Теперь Y указывает на то же место, что и X. Так что подождите, теперь Y исправлено. У него есть острие. Так что вы можете снова попробовать использовать палочку отмены ссылок, чтобы отправить 13 число. Окей, поехали! Эй, посмотрите на это. Теперь отмена ссылок работает на Уай. И поскольку указатели разделяют этот один указатель, они оба видят 13. Да, делимся. Как угодно. Так что же мы теперь поменяемся местами? О, посмотрите, у нас нет времени. Но, Дэвид Ш. Малан, наша благодарность профессору Нику Парланту из Стэнфорда за то, что он потратил огромное количество времени на анимацию стоп-движения. Но, надеюсь, теперь у вас есть представление о том, что тоже может пойти не так, когда вы неправильно используете память таким образом. Но, в конце концов, сегодня у нас действительно есть только эти четыре новых строительных блока, таких как оператор Стар. Оператором Персанда, Мелок и Фри. И действительно, с учетом этого и понимания того, что делает ваш компьютер под капотом, у нас теперь есть способ действительно манипулировать вещами в памяти, к лучшему или к худшему. И в конце концов, мы увидим, как мы можем что-то построить. Но мы также можем использовать современные примитивы, чтобы лучше объяснить некоторые вещи, которые мы просили вас воспринимать как должное в течение последних нескольких недель. Так, например, позвольте мне предложить, чтобы мы сделали это один доброволец, здесь, если мы можем. Не могли бы мы найти одного добровольца, который вы хотите подняться прямо наверх? Да, прямо по себе. Давайте вам придется повернуть налево или направо. Хорошо. Итак, у нас здесь два пустых стакана и жидкость двух цветов. И у нас есть... Позвольте мне дать вам микрофон, если вы хотите поздороваться с группой. Здравствуйте, я Мойн, я на первом курсе. Дэвидж, Малан, хорошо, добро пожаловать. Что же добро пожаловать сюда? Я пойду вперед и наполню эти два стакана этой цветной жидкостью, фиолетового цвета здесь справа от меня. Давайте наполним стакан вот здесь. Это зловеще. Дэвидж, Малан, да, не пейте. А теперь мы положим сюда немного апельсина. И что мы хотели бы, чтобы вы сделали для зрителей, если вы не возражаете, это поменяли местами эти два значения. У вас есть фиолетовое значение и оранжевое значение. И я бы хотел фиолетовую жидкость в этом стакане и оранжевую жидкость в этом стакане, пожалуйста. Можно мне еще один стакан? Дэвидж, Малан, окей, хорошая интуиция. Но что касается микрофона. Мойн, можно мне еще один стакан? Дэвидж, Малан, так что вы можете. И на самом деле я принес один бокал сюда для вас. Но почему вы об этом просите? Ведь если я просто налью это сюда, то все перепутается. Дэвидж, Малан, правильно. Так что очевидно нам нужна что-то вроде временной переменной, если хотите. Итак, вот ваша временная переменная. И вы хотите? Хорошо. Дэвидж, Малан, да. Вот, да. Хорошо, так что влейте значение оранжевого стакана в эту временную переменную, если хотите. Хорошо. А теперь влейте значение фиолетового стакана в бывший оранжевый стакан. А теперь, Мойн, а теперь это возвращается назад. Дэвидж, Малан, временная ценность возвращается в исходное фиолетовое стекло. И теперь я думаю, что мы аплодируем вам за то, что вы сделали это очень хорошо. Спасибо вам, Дэвидж, Малан. Хорошо. Так что само собой разумеется, что в реальном мире вы поступаете именно так. И на самом деле в коде это в значительной степени то, как вы должны это делать. Хотя попросите нас как-нибудь о супер причудливом способе сделать это безвременной переменной. Оказывается, это возможно с помощью битов. Но пока давайте предположим, что это действительно демонстрирует какова реальность в коде. Если вы хотите поменять местами два значения, вам нужно иметь что-то вроде временной переменной. Вот, например, на экране здесь начало функции называемой swap, цель которой в жизни состоит в том, чтобы как вы только что сделали поменять местами два значения. Назовите это a и b. Таким образом, оранжевый и фиолетовый соответственно теперь просто A и B и целые числа, чтобы упростить задачу. Что же, вот соответствующий кодекс, если позволите тому, что вы только что ввели в действие как человек. Вы объявили временную переменную, в данном случае температуру вызова, что было похоже на то, как если бы я протянул вам пустой стакан. И вы хранили в нем оранжевую жидкость, а же А, затем вы меняете стоимость бывшего оранжевого стакана на равную фиолетовому, наливая одно в другое. А потом вы сделали прямо противоположное. Теперь в конце этого у вас все еще есть временная переменная, которая теперь пуста. Так что она временная в буквальном смысле смысле этого слова. Она вам просто больше не нужна. Но это было необходимо на этом пути. Так что я осмелюсь сказать, что этот код логически верен. Это поменяет местами два значения A и B, благодаря использованию этой временной переменной. К сожалению, если я действительно сделаю это на практике, позвольте мне перейти к Versus Code здесь и открыть программу, которую я написал заранее под названием Swap. C, которая делает это следующим образом. Здесь обратите внимание, у меня есть мой прототип функции подкачки на самом верху. И позвольте мне прокрутить страницу вниз до самого низа. Там точно такой же код. Так что я тот же код для замены двух значений a и b, который, как я утверждаю на данный момент, является правильным. Теперь, если я вернусь сюда, что main собирается для нас сделать? Main на самом деле просто предназначена для демонстрации правильности вашего алгоритма. Поэтому здесь я объявляю в 7 и 8 строках две переменные x и y равными единицей двум произвольно, соответственно. Затем я в строке 10 просто распечатываю значение x и y, просто чтобы я мог видеть это на экране. Затем я вызываю функцию подкачки в строке 11. А затем я буквально печатаю то же самое снова, я печатаю x и y. Надеюсь, все будет наоборот. Поэтому я думаю логически, что подкачка действительно правильная. Позвольте мне сделать подкачку, а затем подкачку с косой чертой. И я должен увидеть, что x равно 1, y равно 2, а затем, надеюсь, x равно 2, y равно 1. Войдите. Но я не знаю. И это сработало в том смысле, что код скомпилирован, код запущен. Так что в этом смысле это не похоже на какую-то ошибку. Но поскольку я не совсем понимаю, что происходит под капотом, по крайней мере на данный момент или в предыдущие недели, этот код действительно в некотором роде ошибочен. Но есть ли у кого-нибудь интуиция, возможно основанная на сегодняшнем обсуждении, относительно того, почему этот код, хотя и логически правильный, явно работает в реальности, по-видимому не работает на Си? Какая-нибудь интуиция? Да, Дэвидж. Малан, идеально. И подводя итог вот этот термин искусства, который я обещаю. Когда вы вызываете функцию и передаете два аргумента, например, A и B, вы передаете эти аргументы по значению. Так что эффективно копируете эти значения. И поэтому, когда здесь фактически вызывается swap, извините. Когда вы передаете x и y, мы называем их A и B. Но это всего лишь условность. Мы могли бы называть параметры как угодно. То, что такое A и B, действительно является значениями x и y соответственно, но копиями значений. Так что этот код здесь здесь очень успешно, в versus коде тоже меняет местами значения A и B. Но как вы заметили, поскольку я передаю их по значению, буквально 1, буквально 2, а не по другому художественному термину, по ссылке, то есть по их адресам. Свап не имеет возможности все перейти к этим местоположениям, поменять местами фактические местоположения точно так же, как мы успешно сделали в реальности. Но я думаю, что у нас действительно уже есть синтаксис для решения этой проблемы, если учесть, что на самом деле это всего лишь вопрос масштаба. И мы немного говорили о области видимости в прошлом, когда область видимости относится к контексту, в котором живет переменная. И как правило, я утверждал, что переменная существует между самыми последними фигурными скобками. И это в значительной степени неверно для функции подкачки, потому что AB, я снова утверждаю, существуют только в контексте этих фигурных скобок. Они никак не влияют на main-ап-топ в котором есть разные переменные x и y. Но теперь мы можем рассмотреть, что на самом деле происходит под капотом. И вот та же самая картина памяти, которую мы видели в прошлом. Если мы увеличим масштаб и увидим на этих маленьких черных чипах, то это куча байтов памяти. Если я создам из этого сетку, просто чтобы подчеркнуть, что мы можем адресовать каждый из этих байтов, выбросить пластиковую печатную плату и сосредоточиться только на этих байтах. Что происходит под капотом, когда функции вызываются на C, что вы делаете уже несколько недель? Ну, этот прямоугольник памяти, если мы как бы абстрагируемся, да? Дальше как правило, разбит на разные области или сегменты, как я назвал их ранее. И разные вещи помещаются в разные части памяти компьютера. И не вдаваясь в подробности, когда вы дважды щелкаете по программе на своем Mac или ПК, или когда вы делаете точечную косую черту в Linux. Вы загружаете свой машинный код в память компьютера с жесткого диска компьютера. Таким образом, все нули и единицы, составляющие Microsoft Word или Chrome или что-то еще, загружаются в память или оперативную память компьютера. И по соглашению они помещаются сверху в так называемую область машинного кода. И именно так центральный процессор получает к ним быстрый доступ. Ниже приведены наши глобальные данные. Итак, глобальные переменные, которые мы не очень часто использовали все но вы можете объявить их вне main в самом верху ваших файлов. Если у вас есть глобальные переменные, они тоже окажутся там к вашему сведению. А еще есть этот большой кусок памяти, который, как мы видели, Valgrind косвенно упоминал ранее, называется кучей. И это что-то вроде кучи буквально. Это куча памяти, которую вы можете использовать по своему усмотрению. И эта куча это то место, откуда Мелок берет память. Поэтому изначально в куче ничего нет. Это просто большой кусок свободного пространства. Каждый раз, когда вы вызываете Мелок, Мелок как бы вырезает из области кучи все больше и больше байтов. И Мелок отслеживает по сути, какие байты уже были выделены. Поэтому изначально он выглядит пустым. Но разные байты квадраты, если хотите, продолжают запрашиваться снова и снова по мере выполнения программы благодаря таким функциям, как Мелок. И она растет, если хотите, концептуально вниз. Так что чем больше и больше памяти вы запрашиваете у Мелок, она начинается здесь. Но затем следующий кусок, который вы получаете, концептуально находится здесь. Следующий кусок находится здесь внизу. Так что это как бы заполняет доступное пространство в общей памяти компьютера. Но есть еще еще один кусок памяти, называемый стеком. И точно так же, как стопка подносов в Ваненберге или кафетерии как бы растет вверх, так же растет и стопка памяти. И оказывается, что стек ⁇ это то место, где функции имеют переменные и временно хранят аргументы. Поэтому всякий раз, когда вы вызываете функцию и внутри нее есть переменные или там тоже есть аргументы. Это кусок памяти и общий блок памяти компьютера, которые используются для функций. Но в любой момент, когда вы звоните Мелоку, эта память здесь наверху. В конце концов, им просто нужно было выбрать направление. Верх, низ и технически это исполнение художника. Вы могли бы обвести эту штуку в любом направлении, в каком захотите. Но вы просто используете ограниченный объем памяти таким обычным способом. Мелок начинается здесь, функции начинаются здесь. Теперь вы можете как бы увидеть, где могут произойти плохие вещи и действительно одна из других причин по которой программы компьютеры могут выйти из строя заключается в том что если вы запрашиваете слишком много памяти из кучи вызывая элок много 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 раз или если вы вызываете слишком много функций или случайно за последнюю неделю вы повторяете бесконечно много раз у вас может быть и ошибка сегментации и это потому что вы используете слишком много стековой памяти так что в конце концов это неизбежно станет проблемой и программист должен просто свести к минимуму вероятности этого и действительно избежать возможности этого просто проверяя возвращаемые значения проверяя возвращает ли или Мелок или Get строку потому что вы можете проактивно с помощью условных выражений убедиться, что эти две вещи не сталкиваются, просто убедившись, что вы получаете обратно не нулевые значения. Итак, давайте рассмотрим стек в контексте подкачки и того, что здесь происходит на самом деле. И Картер, если вы не против помочь мне анимировать экран здесь, когда я вызываю основную функцию любой программы, Ей выделяется фрагмент памяти, называемый кадром, в нижней части этого стека. Так что, Картер, если вы хотите продвинуться вперед, вот первый фрагмент памяти, который всегда будет использоваться main. Независимо от того, есть ли в нем аргументы командной строки или локальные переменные. Это просто остается здесь в памяти. Предположим теперь, что в соответствии с нашей программой swap. C main вызывает swap. Хорошо, а где же в конечном итоге оказывается память для подкачки? Прямо здесь. Итак, у подкачки было две переменные, два аргумента A и B. И у нее также была временная переменная. Так что все они оказались здесь в памяти. И если вы хотите снова продвинуться вперед, картер, как только СВА будет выполнен, независимо от того, вернется ли он просто потому, что больше нет строк кода, или вы явно вернетесь. Эта память просто автоматически освободится. Вы не называете это бесплатным. Вы не отменяете мелок. Все это происходит автоматически. Это продолжается с первой недели. Технически она все еще там, хотя мы удалили ее с картинки. И вот ваш первый намек на ценность мусора. Там все еще есть нули и единицы. И они остались в исходной предыдущей конфигурации. И поэтому причина, по которой вы получаете случайные значения в памяти, заключается в том, что хотя мы и не рисовали здесь своп, мгновение назад там что-то было. Это будет там в следующий раз, когда вы будете использовать ту же самую память. А теперь давайте пройдем через это немного более методично. У main есть две переменные, называемые x и y, 1 и 2. Так что давайте продвинемся вперед и представим x как 1 и y как 2, занимая эти два куска памяти. Когда мы вызываем swap now, swap получает новый фрагмент памяти, который затем дает нам три переменные A и B, технические аргументы и температуру. Так что же происходит? Ну, поскольку функции автоматически передают значения по значению или скорее передают аргументы по значению, x копируется в A, y копируется в B. А затем, как только мы начинаем выполнять алгоритм а-ля стаканы с водой, хорошо, что здесь происходит. Значит, если я выполню первую строку кода, темп будет равен A, темп получит копию A. Что будет дальше? A равно B. Таким образом, A получит копию B. А теперь мы делаем заключительный обмен в стакане, это B равно температуре. B получает копию температуры. Теперь нам не нужно менять температуру, потому что она по сути пуста, хотя там есть мусорное значение. Теперь оно всегда будет там до тех пор, пока мы не будем повторно использовать эту память. Однако важно то, что A и B поменялись местами. Но то, что очевидно не было поменено местами, очевидно, так как при Возврате SWAPA X и Y остаются нетронутыми, потому что их копии были переданы. Поэтому нам нужно решение этой проблемы. И если мы продвинемся еще раз, если вы не возражаете, позвольте мне подойти сюда, но затем перезвоните вам через секунду. Этот код логически верен. Это то, что вы сделали. Но теперь это деталь языка оси. Вы не можете просто поменять местами вещи по значению, потому что вы меняете их только в рамках функции подкачки. Но я думаю, что если мы изменим его на этот и добавим немного раздражающего синтаксиса, мы сможем решить проблему. Точно так же, как вы можете объявлять переменные. Как хранящие адреса, вы можете объявлять аргументы функций они же параметры как принимающие адреса. Эта новая версия swap означает, что A должно быть адресом целого числа. B должно быть адресом целого числа. И теперь здесь все становится немного загадочным. Температура та же самая, потому что это просто целое число, как и на первой неделе. В температуре нет ничего особенного. Но если вы хотите получить значение в точке А, вы ставите звездочку А. И это идет по адресу, предположительно захватывает номер один. Если вы хотите изменить значение A, вы переходите по этому адресу, переходите по карте сокровищ к другому почтовому ящику и устанавливаете его равным значению B. Вы тоже идите в класс B. Последняя строка, вы сейчас идете в класс B и меняете его на то, какой бы ни была временная переменная, которая оказалась такой же, как и А. Так что именно здесь происходит замена конечного значения. Но здесь метафорически гораздо больше перекрестных переходов на этапе, когда вы отправляетесь по всем этим разным адресам функции обмена, чтобы внести эти изменения. Итак, если мы сейчас перейдем к графической версии этого, то здесь будет та же история, что и раньше с Main. А X и Y это 1 и 2 соответственно. Когда сейчас будет вызван Swap, обратите внимание, и я сделаю это с помощью стрелок. Здесь The government has been accused of using the pandemic to justify its policies. A эффективно указывает на X, B эффективно указывает на Y. Если мы действительно углубимся в сорняки, то это на самом деле адреса. Но кого волнует конкретика? На самом деле здесь всего лишь концепция. Так что же теперь происходит? Int temp получает звезду A. Звезда A означает начать сойти туда. Следуйте за стрелкой, если хотите. Что-то вроде желобов и лестниц. И это первое. Поэтому мы установили один из них во временном режиме. Хорошо. Звезда А равна звезде B. Так что давайте сделаем это справа налево. Звезда B означает следуйте по стрелке. Это 2. А что вы будете делать дальше? Следуйте по стрелке. Теперь 2, потому что вы копируете Одно в другое справа налево. И наконец, звезда V получает температуру. Так что начинайте с B, переходите к B. А теперь сохраняйте любое значение в температуре. Таким образом, просто имея этот базовый новый синтаксис, такой как амперсанды, звезды и так далее. Мы можем теперь перейти к местам и обойти то, что в противном случае является особенностью языка C, что эти переменные имеют локальную область видимости. Но вы все равно можете получить доступ и к другим функциям. Так что большое вам спасибо за то, что помогли пройти через это. Итак, теперь у нас есть приложение, которое объясняет, почему теперь в этой версии кода на языке C это действительно будет работать. Так что на самом деле позвольте мне вернуться к моему коду подкачки здесь. И позвольте мне немного изменить функцию в Версус-коде. Так что позвольте мне прокрутить страницу вниз, оставив основную часть прежней. И позвольте мне изменить прототип свопов на прием адресов. Позвольте мне перейти сюда. Позвольте мне перейти сюда. Позвольте мне перейти сюда. И позвольте мне также перейти сюда. Но больше ничего не меняется. Это изменение здесь, в частности, является достаточной подсказкой, чтобы понять, что означает, когда вы вызываете swap и передаете два значения. Я ожидаю теперь адреса, а не целые числа. Но теперь, когда я внес это изменение, мне действительно нужно подняться на главную и внести одно изменение. Есть ли у кого-нибудь интуиция относительно того, что сейчас нужно изменить в main, чтобы я передавал x и y по ссылке, то есть по адресу, а не по значению или копии? Да, сзади. Дэвидж, Малан, так близко. Так что на линии обмена я хочу, чтобы перед x и y стояла не звезда. Вместо нее Дэвидж, Малан, а какая другая. Амперсант. Дэвид Малан, это амперсант. Почему? Потому что если я хочу, чтобы свап куда-то отправлялся, точно так же, как мы с Картером играли в эту игру с почтовыми ящиками, мне нужно сообщить свап адрес X и адрес Y. И еще раз в начале сегодняшнего занятия, амперсант — это синтаксис, с помощью которого мы это делаем. Поэтому я добавляю амперсант здесь, чтобы получить адрес X, амперсант здесь, чтобы получить адрес Y. И теперь этот код совпадает с картинкой, которую Картер только что помог нам просмотреть. И поэтому, когда я запускаю make swap здесь, у меня ошибка. О, что я сделал не так, я не намеренно, но думаю стоит указать на это. Я здесь облажался. Ему не нравится амперсантекс из-за чего-то в третьей строке, что находится в самом начале кода. Что я напортачил? да, посередине, Дэвидж, Малан, да, так вот почему мы. Вы не должны копировать вставлять, даже если это необходимо для таких вещей, как прототипы функций. Если я изменил подкачку внизу, мне нужно изменить ее прототип. Так что позвольте мне добавить звездочку туда, добавить звездочку туда или просто повторно скопировать и вставить ее в верхнюю часть файла. Теперь позвольте мне снова сделать подкачку. Позвольте мне теперь сделать подкачку с косой чертой. И теперь я должен увидеть, что x равно 1, у равно 2. И надеюсь, x равно 2, у равно 1, что я сейчас и делаю. Так что логика та же. Алгоритм тот же. Все материалы нулевые недели одно и то же за исключением того что теперь на четвертой неделе у вас просто немного больше выразительности с помощью которой вы можете точно сказать компьютеру чем вы хотите манипулировать и как есть ли у вас вопросы по этой технике здесь нет, все в порядке. Что же, когда мы это исправим, проблемы все равно возникнут. И просто чтобы вы видели некоторые термины искусства здесь, это плохо всякий раз, когда у вас есть две стрелки, указывающие друг на друга. Конечно, если вы могли бы использовать и повторно использовать все больше и больше памяти. И оказывается, что есть некоторые термины искусства, которые теперь могут внезапно обрести смысл, особенно если вы программировали раньше. При таком дизайне могут произойти плохие вещи. Но на самом деле существует только такой дизайн, потому что это конечный объем памяти. Так что в какой-то момент, несмотря ни на что, произойдут плохие вещи, если в компьютере закончится память. Так что дело не в том, что это было плохое решение. Это просто своего рода не Необходимое решение, учитывая конечные объемы памяти в компьютере. Но переполнение кучи, так сказать, это когда вы фактически переполняете кучу и касаетесь памяти, которой там быть не должно. Переполнение стека – это когда вы каким-то образом переполняете стек и касаетесь памяти, которой там быть не должно. Так что с учетом сказанного, это действительно просто проблемы, которые могут возникнуть. И они являются специфическими воплощениями того, что обычно называют переполнением буфера. Буфер, как и в случае с YouTube, это всего лишь кусок памяти, в котором в случае с YouTube хранятся следующие несколько секунд или минут видео. Но вообще говоря, буфер это всего лишь кусок памяти, который компьютер использует для какой-то цели, будь то стек, будь то куча, будь то массив в компьютере. Таким образом, переполнение буфера – это то, что происходит, когда у вас просто есть логические ошибки в коде. Но имея в виду эти примитивы, мы хотели бы завершить свое выступление заключительным откровением. Именно так работают некоторые функции, подобные приведенным здесь. Еще одна вещь в библиотеке CS50, помимо TPDF для строки без кавычек, это, конечно, же все эти функции и мы предоставляем вам эти функции потому что честно говоря на языке C это сложно это раздражает это больно трудно правильно вводить данные пользователям это очень легко когда вы не знаете сколько человек собирается напечатать чтобы написать ошибочный код когда до этого дойдет и действительно очень трудно сохранить его правильно не допустив случайного переполнения буфера так например позвольте мне показать вам здесь программу я собираюсь написать ее с нуля так что позвольте мне открыть файл под названием get C в котором я собираюсь имитировать идею получения целых чисел вручную без библиотеки CS50. Поэтому я собираюсь включить только файл стандартю. H я собираюсь определить main как не принимающий никаких аргументов командной строки, а затем я собираюсь сделать что-то вроде этого. Дайте мне переменную x, у которой пока нет значения. И обычно я бы сделал что-то вроде getInt. Но позвольте мне это убрать. Больше никаких тренировочных колес для getInt. Так что позвольте мне просто определить int x. Позвольте мне тогда просто распечатать что-то вроде подсказки. И я просто сделаю крестик двоеточием, чтобы человеку было очевидно, чего мы ждем. А теперь я собираюсь использовать встроенный функцию языка C для получения пользовательского ввода. Я собираюсь вызвать функцию Scanf, которая как бы сканирует клавиатуру пользователя на предмет ввода. Я собираюсь просканировать ее на наличие целого числа. Так же, как и Printf, я собираюсь использовать i, потому что я ожидаю int. А затем я хочу сказать Scanf, куда поместить целое число человека с клавиатуры. Хотя говорить x неправильно. Потому что если я скажу x, я столкнусь с той же проблемой подкачки. Сканф. Ни одна функция не может изменить значение x, если я не передам его не по значению, а по ссылке. Итак, мы возвращаемся к нашему другу Амперсанду. И теперь у нее есть карта сокровищ с фактическим местоположением x. И поэтому она может ее изменить. И теперь в самом конце этой программы... Позвольте мне сделать что-нибудь простое, например, давайте просто распечатаем с помощью print значение x. Используя i, как всегда, подключая x, а не ampersand x. Это уже материал первой недели. Я хочу напечатать фактическое целочисленное значение x. Поэтому единственное изменение здесь заключается в том, что вместо использования getint я теперь использую эту новую функцию, которая на сегодняшний день существует и называется scanf. Так что позвольте мне продолжить и запустить get. Заставьте get создать эту программу. .slash get. Давайте продолжим и ведем значение для x. Введите. И это просто сработает. Так что, оказывается, GetInt довольно просто реализовать. Однако обратите внимание, что не работает. Если я наберу Cat, например, Cat преобразуется в 0. А тем временем GetInt, напомним, повторно предложит пользователю. Если человек не ведет фактическое целое число, вы автоматически получите повторный запрос. Так что это одна из функций, которые мы добавили для CS50 в GetInt просто для того, чтобы сделать ваши программы более удобными для пользователя. Но в остальном GetInt довольно просто повторно реализовать с помощью Scanf. К сожалению, это не относится к стратегии. Потому что откуда вы знаете, когда пишете свой код? какое слово в конечном итоге ведет человек. Как долго они здороваются, например, привет. Если их зовут Дэвид или Картер или как-то еще, вы просто заранее не знаете, сколько памяти вам нужно. Так как же мы можем сделать это со строками? Хорошо, позвольте мне пойти дальше и объявить строку S. Хотя знаете что? Здесь нет библиотеки CS50. Поэтому сегодня вместо нее мы используем символ S. И это дает мне не строку как таковую, а указатель, который предположительно будет указывать на строку. В идеале я бы использовал это. Получите строку. Но опять же мы убрали это тренировочное колесо. Так что теперь, когда у меня есть указатель S, предположим, я запрошу у человека значение S, как и раньше. Позвольте мне сейчас использовать сканф и сообщить пользователю, что я ожидаю прочитать строку из клавиатуры и сохранить ее в S. Это очень тонко. Технически мне здесь не нужен амперсант. Хотя я использовал его для int. И я бы использовал float, и double, и long, и bool, и символ. Почему мне не нужен амперсант в этой истории, чтобы пройти по ссылке? Потому что S это уже. Дэвидж, Малан, это уже адрес. Опять же, строки просто особенные. Строки теперь всегда являются адресами. Так что вам не нужно дополнительно добавлять сюда амперсант. Это единственное тонкое отличие здесь. Но теперь, если я продолжу и распечатаю в самом конце значение s, используя s, как и раньше, эта программа выглядит почти так же, как и версия int. Но давайте сделаем это. И хорошо, значит, это нехорошо. Хорошо, значит, ему не нравится неинициализированное значение. Так что позвольте мне сделать его счастливым. Я уже говорил ранее, чтобы всегда инициализировать свою... Так что давайте инициализируем ее нулем чтобы там хоть что-то было. В настоящее время это ваше хорошее значение по умолчанию. Теперь, если я сделаю косую черту точкой, все в порядке. И позвольте мне напечатать что-нибудь вроде CAT. Окей, кошка, это не X. Хорошо, позвольте мне попробовать другое слово. Может быть, это просто кошка ошибается. Собака. Хорошо, позвольте мне попробовать, Дэвид. Похоже, это просто не работает. Более того, оно печатает его как ноль. В чем же по логике вещей здесь ошибка? Скэн в мгновение назад работал с целыми числами, но он не работает со строками. И похоже, он забывает сейти он забывает DOG. Он забывает DVID. Почему? Что здесь происходит? Вспомните наши желтые картинки памяти. Когда я, да, Дэвид Ш. Малан, возможно, он читает только сам нуль, потому что S инициализируется нулем. А какой шаг я забыл сделать всего несколько минут назад? Чего я на самом деле не запрашивал у компьютера? Фактическая память для хранения CAT, DOG, DEVID. Я нигде не просил компьютер предоставить какой-то объем памяти. И поэтому технически он может считывать ее в какое-нибудь мусорное хранилище. И в этом действительно проблема. S теперь инициализируется нулем. И поэтому фактически он печатает 0 как 0. Но я не вижу никаких других букв, потому что их некуда было поместить. C, -A T, D, O, G, D, V, I, D, потому что я не просил 3 байта, 4 байта, 5 байт, 100 байт. Малок бесполезен. Массив бесполезен. Память не выделена ни для чего, кроме самого указателя. И вот тут-то, честно говоря, жизнь со скан становится трудной. Я мог бы решить эту проблему несколькими способами. Позвольте мне сделать это. Вместо того, чтобы объявлять с указателем, позвольте мне объявить с фактически массивом из четырех символов. А теперь позвольте мне продолжить и перекомпилировать код. Так что сделайте get.get, get, и я сейчас наберу cat. Теперь это работает. Почему? Ну что же, я выделяю явный массив четвертого размера, достаточный для одной, двух, трех букв плюс нулевой символ. Вот где, отвечая на чей-то вопрос ранее, оказывается, что в некоторых контекстах вы можете рассматривать массивы так, как если бы они сами были указателями. Так что вы как бы сделаете преобразование за себя. Но пока просто предположим, что S это всего лишь массив четвертого размера. И если вы передадите это в Scanf, это будет похоже на карту сокровищ, которая ведет к этим 4 байтам, так что Scanf теперь может успешно заполнить ее CAT DOG. Но давайте попробуем еще раз. Давайте наберем Дэвид. И здесь окей, нам повезло. Но технически я затронул память, чего не должен был делать. И на самом деле, если бы я набрал достаточно длинную строку, а я не думаю, что смог бы сделать это очень легко, не набрав это тысячи или сотни раз. Все равно все в порядке. Но вы заметите, что теперь все остальное забыто. Значит, где-то мы вышли за границу массива. И у нас просто не хватает места для хранения всего этого. Так что же вы делаете в своей программе? Если вы не знаете, какой длины будет имя человека или животного, что вы делаете? 40 лет? 400 лет? 4000 лет? 40 тысяч лет? В какой-то момент вам придется провести линию на песке. И вот почему получение пользовательского ввода так раздражает в таком языке, как Си. И вот почему существует GetString. Что мы делаем, если вам интересно, так это смотрим на ввод пользователя и предпринимаем маленькие шаги. Мы рассматриваем его по одному символу за раз. И каждый раз, когда мы видим другого персонажа, мы фактически снова вызываем мелок и говорим нет. Мне нужно больше одного байта. Мне нужно два. О, подождите, они набрали три буквы. Мне нужно три вместо два. О, мне нужно четыре вместо два. И у нас по сути есть этот сумасшедший цикл, который требует все больше и больше памяти, но при этом делает маленькие шаги. И честно говоря, если бы вам всем пришлось сделать это на первой неделе, боже мой, мы даже не смогли бы больше писать привет мир. Так вот почему существуют эти три тренировочные колеса, по крайней мере на раннем этапе. И вот почему в языках более высокого уровня, таких как Python, вам вообще не нужно этого делать. Это просто работает так, как вы и ожидали. Так что же еще мы можем сделать? Ну вы увидите в задаче номер 4 на следующей неделе, если я открою пример, подобный этому телефонную книгу. Си, вы увидите, что теперь вы можете манипулировать файлами, что у вас есть словарь для указателей. Это быстро станет новым. Но здесь у нас есть пример того, как это сделать. У меня есть программа, использующая здесь несколько знакомых библиотек. Но, как я утверждаю в своем комментарии, это сохраняет имена и номера в Cv файл Во всех моих примерах до сих пор я вводил некоторые слова, я вводил некоторые имена и некоторые номера телефонов, и они исчезали, потому что мы сохраняли их только в памяти. Но если вы хотите хранить данные в виде CV файла со значениями, разделенными запятыми, что похоже на простую электронную таблицу, такую как Excel, и могут открываться номера Apple и таблицы Google, вы можете сделать это самостоятельно. Итак, в качестве тизера на этой неделе здесь в девятой строке я использую новый тип данных. Они а CS50. Это язык C, который называется файл. Но если вы хотите манипулировать файлами, вам нужно использовать адреса, то есть указатели. Итак, вот я создаю переменную с именем файл, которая будет указывать на реальный файл на жестком диске, на сервере, на вашем Mac или ПК. Fopen – это новая функция, которую вы будете использовать для открытия файла. И она эффективно вернет указатель на него в памяти. Имя файла, который я хочу открыть – телефонная книга. CV. И в этом примере это будет режим пера. Он будет продолжать позволять мне добавлять все больше и больше имен и цифр в этот файл. Вот несколько старых вещей GetString потому что я не собираюсь заново изобретать GetString с помощью ScanF. Но здесь есть немного новая функция. Это не printf, а в printf. И оказывается очень легко печатать что-то не на экране, а в файле с помощью в print. И для этого требуется дополнительный аргумент. Вместо того, чтобы начинать со строки заключенной в кавычки, вам придется сказать, в какой файл вы хотите записать. И в print мы выясним, как получить биты в этот файл, передав что-то вроде имени, номера, запятой. Так что если я сделаю это здесь несколько быстро, позвольте мне сделать это. Позвольте мне предварительно создать файл под названием фаннебук. CV и в файле телефонной книги. CV я собираюсь создать здесь временную строку, имя через запятую, просто чтобы в этом файле что-то было. А теперь позвольте мне сделать это и разделить мой экран здесь. Если у меня есть файл фонебук. CV справа и файл фонебук. C слева, позвольте мне скомпилировать, сделать телефонную книгу, которая является версией C, телефонной книгой с косой чертой. И теперь мне будет предложено ввести имя и номер. Поэтому я веду Дэвид, а затем, например, плюс 1 949. Что это? 4 миллиона 682 тысячи пятьдесят. Введите. О, черт возьми. Ошибка. Притворись, что этого не произошло. Я забыл ввести данные в файл. Так что давайте повторим это еще раз. Если я снова запущу программу David и плюс 1 949 4 миллиона 682 тысячи 750, видите, теперь они сохранены в файле. И если я закрою этот файл и снова открою код телефонной книги. CV, вы увидите, что файл сохраняется. И если бы я загрузил это на свой Mac или ПК, я мог бы дважды щелкнуть по CV-файлу. И вуаля, открылся бы Excel или Apple Numbers или что-то в этом роде. И я действительно создал настоящий CV-файл. Если вы улыбаетесь, потому что я продолжаю повторять свой номер телефона вслух, я бы посоветовал вам как-нибудь позвонить или написать сообщение по этому номеру. Это вполне может быть своего рода пасхальное яйцо. Но с помощью этих функций здесь у нас теперь есть возможность записывать файлы ввода и вывода. И среди целей на этой неделе, как мы увидим на самом деле, поиграть. С изображениями в духе чего-то вроде фильтров Инстаграм или тому подобного. И мы познакомим вас, например, с форматом файла, называемым bumps который, чтобы пройти полный круг начала урока, представляет собой просто карты битов, но больше, чем просто отдельные биты для белого и черного, а также довольно красочные узоры. И я дам вам такие изображения моста Уикса здесь через реку в Гарварде. И вы запускаете, написав свой собственный код на C и поняв, как данные хранятся в памяти компьютера вы сможете применить свои собственные фильтры, похожие на Instagram, чтобы сделать изображение в оттенках серого или сепии в этом случае. Вы даже можете перевернуть кусочки так, чтобы получилась зеркальная копия. Вы можете еще больше размыть изображение. Или если вы действительно чувствуете себя более комфортно, вы даже можете написать код, который находит края изображения и создает подобные произведения искусства. Так что все это и многое другое в четвертом наборе задач. Увидимся в следующий раз.